Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта SIFO Кафе Финтак Стоп, организатор профессиональных онлайн-событий. Друзья, на сегодняшнем вебинаре, тема сегодняшнего вебинара, который мы проводим совместно с, организовали совместно с нашим партнером аудиторской консалтинговой компании «Правовеста Аудит», не самая веселая, но, к сожалению, к моему большому сожалению, очень и очень актуальная. Снова для нас с вами вопросы кризисного управления стали максимально актуальными, и в рамках сегодняшнего вебинара мы с нашими экспертами, со спикерами, которые будут сегодня перед вами выступать, хотим затронуть максимально широкий спектр вопросов, с которыми, я абсолютно уверена, каждый из вас уже успел столкнуться или будет сталкиваться в ближайшие дни. Мы сегодня с вами разберем, друзья, и важные управленческие решения, что сейчас важно принять, и вопросы банковских рисков, какие здесь есть инструменты хеджирования, и, конечно, налоговые вопросы, здесь взаимоотношения с контрагентами, договора с контрагентами, что здесь мы можем предпринять. Особенности трудовых отношений тоже становятся актуальными, что здесь нам нужно с вами предпринять, какие изменения включить. Также разберем вопросы оптимизационного аудита и коснемся уголовной ответственности предпринимателей в случае нарушения договоренностей. В общем, сегодня, друзья, у нас с вами максимально широкая тема, и мы ждем ваши вопросы нашим спикерам в чате прямо под онлайн-трансляцией. Единственное, друзья, я напомню, что чат мы сегодня очень тщательно модерируем, поэтому просьба в чате писать только действительно актуальные вопросы. Мы не занимаемся вопросами геополитики, мы стараемся помочь бизнесу именно в бизнес-вопросах, поэтому, друзья, если у вас есть какие-то интересные решения, тоже делитесь ими в чате. Если вы хотите поделиться на нашей площадке с своим опытом, тоже пишите, будем рады видеть вас в качестве спикеров на наших будущих мероприятиях. В общем, давайте, друзья, делиться опытом и, по крайней мере, в рамках сегодняшнего мероприятия мы постараемся дать вам тот пул решений, которые стоит предпринять в самое ближайшее время. И открывать сегодняшнее мероприятие Татьяна Балтер, руководитель практики управленческого учета аудиторской консалтинговой компании «Правовест Аудит». И у Татьяны очень большой опыт в части финансовой сферы, в том числе в различных отраслях, поэтому есть опыт, которым Татьяна может сегодня с нами поделиться. С Татьяной мы разберем важные управленческие решения, что сейчас можно и нужно сделать в части издержек, корректировка плана выручки и корректировка бюджета расходов и инвестиций. Татьяна, я рада передать вам слово, друзья. Я напоминаю, что в чате прямо под онлайн-трансляцией вы можете задавать свои вопросы Татьяне. Мы постараемся прямо в прямом эфире ответить на все из них. А я от души желаю вам полезного мероприятия. Татьяна, вам слово. Василия, спасибо. Ну, коллеги, я, пожалуй, начну с известной мудрости. Господи, дай мне силы сделать то, что я могу изменить, дай мне терпение смириться с тем, что я изменить не в силах, и дай мне мудрости отличить одно от другого. Так вот, в кризисную ситуацию, я думаю, что мы действительно должны сконцентрировать наши усилия на том, что мы можем изменить. И в первую очередь, я считаю, что здесь большая роль финансовой службы в том, чтобы поработать над возможными изменениями. Вот. Основной постулат, который хотелось бы сегодня озвучить, рост экономики, в период роста экономики идет акцент на рост выручки. Соответственно, растут услуги, тот рынок услуг, который влияет на рост выручки. Одновременно снижается стоимость материальных ресурсов. Но к услугам, которые влияют на рост выручки, первое, что приходит на ум, это, конечно, реклама, различные маркетинговые акции, но материальные ресурсы не комментируют, это понятно. Соответственно, когда происходит кризис, количество ресурсов автоматически уменьшается, одновременно увеличивается их стоимость. Это мы тоже уже проходили неоднократно.
Поэтому включается режим жесткой экономии и сокращения издержек. Поэтому, и что касается услуг, востребованы те услуги, которые направлены в первую очередь на эффективность использования ресурсов, количество которых становится ограниченным. Поэтому что мы рекомендуем в первую очередь? В первую очередь, и то, что уже, в общем, было достаточно успешно реализовано раньше мной и моими коллегами в различных компаниях, мы делаем антикризисный план. Этот антикризисный план должен включать в себя следующее. Это список рисков, которые присущи конкретной компании, вашей компании. Это последствия этих рисков. Мы уже проходили многие кризисы, поэтому мы уже знаем, какие риски для нас применимы, какие нет. И мы знаем примерно последствия. Но, тем не менее, я очень рекомендую в этот план включить весь список рисков, все последствия, план мероприятий, ожидаемый результат от этих мероприятий и обязательно ответственных за результат этих мероприятий. Как правило, это топ-менеджеры, это руководители групп подразделений, это те, кто принимают управленческие решения. Итак, для начала, для примера, ну, давайте начнем с издержек. Первое – изменение валютного курса, риск, уже очевидный, понятный. Последствия – рост себестоимости закупки сырья товаров. План мероприятий – это как вариант. АБЦ-анализ продаж и оптимизация ассортимента продукции. Я сейчас покажу в маленькой экселевской табличке на примере, как это может работать, потому что ожидаемый результат – это сокращение оборотного капитала с сохранением суммарной маржи. Вот давайте посмотрим на табличку. Напишите, если не видно. Итак, расчет суммарной маржи по видам продукции за месяц – это тот самый вот АБЦ-анализ для примера. Мы видим виды продукции 1, 2, 3, 4, различные проценты наценки. На первый взгляд кажется, что наиболее эффективно это продукт 2 и продукт 4, но с учетом периода оборота в днях мы видим, что продукт 2 и продукт 4 имеют максимальный период оборота дней. Берем суммы реализации по каждому продукту и видим, что суммарный маржинальный доход в этой ситуации сильно отличается от данных по наценке. Вот обратите внимание, как он меняется здесь. Вот. И, соответственно, как меняется суммарная маржа по продукту. Это такой самый простой примитивный анализ, вариант АБЦ-анализа. Но я очень рекомендую это сделать для того, чтобы повысить эффективность управления оборотным капиталом и концентрироваться именно на тех ресурсах, которые дают наиболее высокую маржу. Далее, санкции. С этим мы тоже уже сталкивались, блокировка ограничений импортных поставок. Соответственно, компании, те, которые зависят от импорта, они уже давно отрабатывают схемы импортозамещения. Уже известны схемы, подход к изменению логистики. Ну, видимо, сейчас его придется менять, но об этом надо думать и вести переговоры. Это увеличение страхового запаса товара на складе в том числе. Ожидаемый результат – новые поставщики, дополнительные логистические издержки и, возвращаясь к своему постулату, уменьшение количества продаж, повышение цен. Да, количество ресурсов сжимается, поэтому цены автоматически вырастут. Это мы уже предполагаем с высокой степенью вероятности. Далее, ажиотажный спрос. Это, наверное, больше касается ритейлеров, фуд-ритейлеров. Что влечет за собой всплеск потребления и дефицит денег, потому что, естественно, ритейлерам надо это где-то покупать, поставщики и так далее. Изменение кредитной политики – это план мероприятий. Изменение кредитной политики мы подразумеваем именно кредитную политику внутри компании. Это условия отсрочек, скидок, рассрочек, авансов, предоплат и так далее. То есть здесь мы отрабатываем все механизмы, которые влияют на нашу кредитную политику. И как следствие сокращение дебиторки, высвобождение денег, высвобождение оборота. Как это работает? Ну, я думаю, что мы не будем сегодня в силу ограниченности времени и большого количества тем останавливаться на этом. Я думаю, что многие знают. У кого есть вопросы, можно писать в чат. Но сокращение дебиторки, длительность производства финансового цикла, эти все понятия, напоминаю, это все работает очень эффективно, поэтому рекомендую отработать эти мероприятия в том числе. Ну и риск падения маржи, который влечет за собой увеличение доли косвенных расходов в структуре общих издержек,
как следствие, это точка безубыточности, ее уровень повышается. Вот. И в качестве мероприятий ревизия косвенных расходов по статьям затрат и подразделениям, ревизия загрузки производственных мощностей. Это для того, чтобы ожидаемым результатом случилось сокращение расходов на эксплуатацию оборудования, сокращение расходов на персонал. Мы можем менять сменность работы, мы можем менять графики. И, кстати говоря, уже тут коллеги делились успешной практикой. Например, вот ивент-компания, иностранная компания, она уже в четверг объявила о том, что переходит на половину рабочего дня. При этом расходы на оплату труда, люди продолжают работать как бы в полную силу, но расходы на оплату, на фонд блокируются на некоторое время, до там, мы очень надеемся, что все-таки это должно быстро закончиться, разум возобладает и так далее. Вот. Ну, то есть формируется, компания сейчас формирует некий страховой запас по фонду оплаты труда для того, чтобы этот резерв использовать, ну, мы ожидаем, там, очень надеемся на то, что в марте или в крайнем случае в апреле закончится, но это пока такие прогнозы. Ну, как вариант, да, как вариант, мы не хотим терять свой персонал, ключевых сотрудников, поэтому мы будем сейчас использовать различные механизмы, об этом наши спикеры поговорят поподробнее. Вот, для того, чтобы сейчас именно сформировать резерв и сократить эти расходы. Вот, что касается плана выручки. Продолжаем список рисков, продолжаем анализировать последствия плана мероприятий и ожидаемые результаты. Снижение спроса, снижение, соответственно, снижение объема продаж. Опять план мероприятий, изменения кредитной политики. Здесь мы уже говорим в другую сторону, возможно, предоставление отсрочек, просрочек, что влечет за собой, в свою очередь, рост оборотного капитала из-за отвлечения ресурсов в дебиторку. Вот. С другой стороны, мы стараемся расширять перечень услуг, разрабатываем новые продукты. Не забываем о том, что древняя китайская мудрость, вторая, наверное, цитата за сегодняшний день, что кризис – это еще и новые возможности, поэтому продолжаем работать над новыми предложениями, новыми продуктами. Вот. Одновременно повышаем торговую наценку за счет уменьшения скидок. Опять же, анализируем наш клиентский портфель, пересматриваем, возможно, ценовую матрицу для отдельных категорий покупателей. Все это связано с тем, чтобы удержать маржинальность и иметь достаточное количество оборотного капитала для того, чтобы бизнес продолжал работать, для того, чтобы мы могли сохранить отношения с контрагентами и вести хотя бы в усеченном варианте, но продолжать вести бизнес. Вот. В то же время, ну, ажиотажный спрос может повлечь за собой всплеск потребления, дефицит денег. Опять говорим про изменение политики, сокращение дебиторки и высвобождение денег. Сейчас я покажу другую свою табличку «Расчет точки безубыточности». И здесь мы просто проиллюстрируем на примере, как это может влиять. Например, выручка у нас, ну, в стандартных условиях 800, себестоимость 500. Вот здесь у нас себестоимость выросла на 10%, итого стало 550. Мы видим, что в первом случае наценка 57, во втором она падает до 43. Маржа, соответственно, падает с 270 на 220. И в процентах прибыль падает на 50. Вот. То есть такими тоже нехитрыми инструментами мы можем моделировать ситуацию и влияние роста себестоимости с одной стороны, с другой стороны, если мы отрабатываем тему с постоянными издержками, естественно, надо понимать постоянные переменные, что влияет, что к чему относится и что на что влияет. И вот, если мы меняем, например, постоянную сумму постоянных издержек хотя бы на 20, то точка безубыточности, мы уже видим, что она существенно меняется. Вот в предыдущем примере было 727, всего 20 дает нам снижение уровня точки безубыточности. Вот. Эти расчеты необходимы для того, чтобы контролировать свою финансовую позицию и не зайти в тупик, не скатиться в убыток. Итак, корректируем планы выручки, работаем с издержками. По рискам мы прошлись, теперь по прикладным решениям. Моделирование, сценарный анализ. Что стоит сделать? Первый шаг – определяем свои риски.
Второй шаг. Определяем точку безубыточности в рублях. В презентации с тобой формулу на всякий случай, кто забыл. Третий шаг. Корректируем прогноз прибыли и убытков с учетом рисков и с учетом точки безубыточности. Я очень надеюсь, что у вас есть и прогнозы прибыли и убытков, и прогнозы движения денег. Возможно, кому-то повезло еще больше и есть управленческий баланс, потому что все эти прогнозы, они сейчас нам очень здорово помогут для того, чтобы моделировать различные варианты событий и понимать, до какой степени мы можем опускаться, например, в части выручки, до какой степени мы можем выдержать повышение себестоимости. Очень надеюсь, что эти модели есть, и поэтому моделирование, оно существенно облегчается при наличии этих моделей. То есть переходим к четвертому шагу. Корректируем прогноз движения денег с учетом изменения плана прибыли и убытков. В первую очередь, да, валютный курс. В вторую очередь мы выбираем все статьи, которые связаны с курсом валюты, прогнозируем увеличение этих статей, понимаем лимиты своей точки безубыточности. Далее мы работаем с оборотным капиталом, с кредитной политикой. Возвращаемся к тому, что любое увеличение отсрочки – это дополнительная потребность в оборотном капитале, в то же время сокращение дебиторской задолженности – это высвобождение оборотного капитала. Поэтому рассчитываем потребность в оборотном капитале при различных сценариях и привязываем управленческий баланс к различным сценариям. То есть здесь мы уже понимаем необходимый размер оборотного капитала при сценарии, например, курс доллара там, 90 или 100, при отсрочке там, покупателям 30 дней, при отсрочке поставщикам там, те же 30 дней и так далее. Да? То есть мы разбираем различные варианты сценариев для того, чтобы выйти на какую-то приемлемую модель. И, что важно, каждый день эта модель будет меняться, поэтому придется работать с этой моделью. У кого эта модель есть, работаем с ней, у кого нет, ну, пишите в чат, мы, в принципе, можем помочь с созданием этих моделей. Вот. Что касается расчета потребности оборотного капитала, есть два способа. Первый – быстрый, но грубый. Это сравниваем динамику выручки и динамику оборотного капитала по периодам и рассчитываем потребность в оборотном капитале просто через коэффициенты изменения выручки. Ну, выручку привязываем к оборотному капиталу, соответственно, при изменении выручки смотрим на размер изменения оборотного капитала. Ну, это достаточно грубый способ, но это такой вот quick and dirty, что называется. Второй способ – это более точный, когда мы аккуратно рассчитываем рассчитываем наш производственный финансовый цикл и потребность в оборотке через длительность производственного финансового цикла. Опять же, рассчитывая этот цикл, мы понимаем, где мы что можем поправить, скорректировать и так далее. Вот, для того, чтобы... И главное, какой эффект дает любое мероприятие. Вот как только мы, например, меняем количество дней дебиторки, мы сразу понимаем, как это влияет на наш оборотный капитал. И то же самое по всей цепочке. Я очень рекомендую пройтись по производственно-финансовому циклу, проанализировать эту цепочку еще раз и сделать необходимые расчеты, которые позволят моделировать оптимальную потребность в оборотном капитале. И следующее. Помимо операционной деятельности, у каждой компании есть инвестиционный план. Здесь, ну, главный постулат, на мой взгляд, это важно ответить для себя на вопрос, как инвестиции повлияют на риски и последствия. Я опять возвращаюсь к теме рисков и последствий, естественно. Вот, поэтому в данной презентации я рассматриваю только инвестиции в реальные активы. Мы не говорим сейчас про финансовые рынки. Вот. Что касается инвестиций в реальные активы, они делятся на инвестиции в модернизацию производства, на развитие инфраструктуры, на исследование разработки. Здесь, опять же, нет универсальных решений, но главное определить для себя виды этих инвестиций, потому что, например, в условиях ограниченных ресурсов, скорее всего, инвестиции в модернизацию производства позволят увеличить количество материальных ресурсов. Если это так, то, наверное, эти инвестиции оправдывают себя. Здесь важно только, опять же, аккуратно посчитать свои возможности для того, чтобы не попасть в яму. Вот. Инвестиции в развитие инфраструктуры, на мой взгляд, это не самое главное сейчас.
вот в период кризиса, и эти инвестиции важно выделить из общего списка и отодвинуть на какой-то более поздний срок, потому что эти инвестиции сейчас не повлияют на эффективность использования ресурсов, скорее всего, ну, конечно, в дальносрочной, может быть, повлияют, но в ближайшее время вы не увеличите количество ресурсов этим инвестициям, поэтому от них, видимо, придется отказаться хотя бы сейчас. И что касается исследований и разработок. Опять же, если мы говорим о том, что кризис – это в том числе открытие новых возможностей, то такие инвестиции вполне возможно помогут как раз компании выжить и открыть какие-то новые для себя возможности и горизонты. Поэтому здесь очень важно просто тщательно подойти к анализу экономического эффекта от этих инвестиций, к срокам, к управлению проектами. Вот, то есть мы опять возвращаемся к тому, что очень, очень важно иметь рабочую группу, команду топ-менеджеров, которая будет мониторить не только те мероприятия, которые связаны с издержками, с мероприятиями на снижение операционных расходов и накладных расходов, а в том числе и с реализацией проектов, которые помогут нам выжить в ближайшем будущем. Вот это, пожалуй, на этом я остановлюсь. Далее у нас другие спикеры. Вот времени в таймере уложилось. Я надеюсь, если есть какие-то вопросы, комментарии по поводу конкретизации работы с издержками, по поводу составления планов мероприятий, по поводу мониторинга проектов, мониторинга инвестиций, пожалуйста, пишите в чат, пишите, мы оставляем, естественно, свои координаты. Вот, но подход я очень рекомендую вот именно такой. И главное, что это уже как мы проходили, это работает. Вот. Ну, окей, дальше мы тогда поговорим уже об этом потом, про оптимизационный аудит. И я сейчас передаю слово нашему следующему спикеру. Наверное, сначала Василию. Да, Татьяна, спасибо большое. У нас есть и вопросы, и комментарии. Коллеги, конечно, пишут, что те, у кого европейские поставщики, они, в общем-то, столкнулись с тем, что буквально за несколько дней их обязательства удвоились. Действительно, многие из нас, скажем так, столкнулись с неприятными ситуациями, и есть интересы, кстати, вот по тем моделям, про которые Татьяна говорила, вижу ваши тоже имейлы в чате, мы обязательно вас истыкуем с Татьяной, можно будет более предметно об этом поговорить. Вы знаете, я сейчас, Василя, тогда я сейчас пару слов буквально еще одну минуту использую. Дело в том, что я до недавнего времени достаточно много лет проработала в иностранной компании, которая очень зависела, ну, где исключительно импортные поставки были одежды. Вот. И несмотря на то, что, да, когда случился кризис 2016 года, я пришла вот с таким лицом и сказала, что шеф, все пропало, на что шеф, иностранная гражданка, она сказала, что так, на курс валюты ты повлиять не можешь, поэтому иди работай, проводим переговоры о снижении арендной платы, пишем письма нашим контрагентам об отсрочках. И, вы знаете, реально, вот, что в 2016 году, что в пандемию, мы проводили переговоры со всеми нашими контрагентами, мы писали письма, мы звонили, мы встречались. Большинство контрагентов реально пошло навстречу, многие освободили нас от арендной платы на месяц, давали скидки там на следующий месяц и так далее. То есть не надо бояться общаться со своими партнерами, партнеры готовы прийти на помощь, потому что все настроены на долгосрочное сотрудничество. Возвращаемся к тому, что мы делаем то, что мы можем. Все, я закончила. Пока. Спасибо. Да, просто Татьяна, не удержалась, спасибо. Потому что это реально только что прошло, и это сработало. Абсолютно ценные комментарии, спасибо большое. Мы еще вернемся, друзья, к вашим вопросам. Вы можете писать их Татьяне в чате в конце мероприятия. Мы выделим время именно обсудить ваши вопросы. А пока мы движемся дальше, и следующая наша тема – это банковские риски, какие есть инструменты для хеджирования. И мы попросили поделиться опытом, мнением на этот счет нашего следующего спикера. Михаил Евстропов, начальник отдела департамента по работе с институциональными клиентами финансовой группы БКС. Михаил, передаю вам слово. Друзья, ждем ваши вопросы в чате.
Коллеги, добрый день. Меня зовут Михаил, еще раз представлюсь, компания БКС, представляю департамент по работе с корпоративными клиентами. Да, сегодня мы живем, по сути, вступаем в новые экономические реалии. Ставку подняли ключевую, теперь она 20%. Тема сегодняшнего выступления касалась как раз-таки хеджирование валютных рисков. Вопрос более чем актуальный. Текущая ситуация это подтвердила. В первую очередь нужно понимание, кому и зачем хеджировать валютные риски. Да, основные категории юридических лиц, которым это необходимо, это прежде всего импортеры. Это компании, также имеющие контракты или рублевые платежи, которые зависят от валютного курса на дату оплаты. Да, то есть это не обязательно прямой импорт. Также это компании, имеющие кредиты или займы в валюте. Да, и сейчас, судя по всему, как раз-таки эти компании наиболее пострадают в данном случае. Вот. Следующая категория, которая остается, это экспортеры. Да, для них это, наоборот, дополнительная возможность, дополнительный такой подарок в текущей ситуации, чего не ждали. Импортеры, соответственно, и компании, имеющие рублевые платежи, которые зависят от курса валюты на дату оплаты, имеющие займы валюты, в первую очередь, конечно же, были заинтересованы в том, чтобы застраховаться от роста курса иностранной валюты, да, экспортеры, наоборот, заинтересованы в том, чтобы застраховаться от падения курса. Вот. Понятное дело, что каждый планирует свои бюджеты, да, исходя из определенного курса. Я думаю, сейчас все планы у всех уже посыпались. Придется все переделывать. Те, кто успел зафиксировать курсы, да, какими-либо инструментами, будь то биржевые или внебиржевые, возможно, этот год это их спасло. Да, хотя, опять же, вопрос касательно инструментов внебиржевого хеджирования, да, таких как форварда, сейчас не уверен, что это может в полной мере сработать, поскольку, да, те банки, которые попали под санкции, смогут ли они реально поставить валюту, да, если это был поставочный форвард, то есть на нужную дату, поскольку, по сути, этим банкам отрезали валютные переводы. То же самый вопрос встанет, если отключат SWIFT у банка, да, то есть если у него, так, извиняюсь, что-то, судя по всему, связь прервалась. Итак, вопрос в том, насколько будут эти реализованы форвардные контракты, не биржевые, под большим вопросом сейчас в отношении тех банков, которые попали под санкции или которым отключат SWIFT. Наша компания предлагает в первую очередь в рамках брокерской деятельности это биржевые инструменты хеджирования валютных рисков. Понятное дело, что стоимость их сейчас буквально на глазах увеличилась, да, в связи с повышением ключевой ставки Центробанка. Потому что одна из вещей, которая влияет на стоимость хеджирования, да, то есть на стоимость нашей страховки от роста курса, да, ну или от падения, это в первую очередь разница между процентными ставками в соответствующих странах. То есть если нас интересует курс доллара, это, соответственно, между ключевой ставкой в России и ключевой ставкой Федеральной резервной системы США. Сейчас, соответственно, единственный потенциал, который может быть в части снижения этого дифференциала, это разница, это надежда на то, что ФРС начнет повышать свою ставку, да, это хоть как-то сможет стоимость хеджирования. Поскольку ожидания изменения денежно-кредитной политики, конечно, тоже влияют, да, на процентные ставки, но сейчас уже это все отработано. То есть у нас все, то, что ждали, ставку повысили, и повысили очень значительно. Такого даже в 2014 году повышения не было. Для того, чтобы, в принципе, было понимание, что нужно хеджировать, да, и когда нужно хеджировать, и по каким
критериям нужно, конечно же, составлять график валютных платежей и поступлений. Для каждого платежа нужно определять, какой курс устраивает с учетом планового бюджета. Да, понятное дело, что импортерам сейчас эти планы уже придется как-то перекраивать, переделывать, да, но экспортеру сейчас, по сути, все в шоколаде. Из тех биржевых инструментов, которые наша финансовая группа, да, предлагает для хеджирования, их несколько, да, но все они требуют внесения гарантийного обеспечения. Да, то есть это некоторые суммы на брокерский счет, которые позволяют контролировать риски. Да, и отличие, опять же, от внебиржевых контрактов, да, такие как форвардные контракты, в том, что гарантии здесь гораздо выше. То есть, по сути, контрагентом на бирже является, да, национальный клиринговый центр, да, клиринговая организация, дочерняя организация Московской биржи, да, в уставном капитале которой, в том числе и Центробанк, есть. Это, конечно же, выше, чем гарантии по обязательства любого коммерческого банка. Да, и как я уже сказал, вот сейчас, как бы говоря, у меня нет уверенности в том, что форвардные контракты поставочные, да, которые были заключены, будут исполнены теми банками, в отношении которых были санкции. Вот. Касательно биржевых контрактов, да, по ним ясность есть, поскольку Национальный клиринговый центр расчеты осуществляет в рамках клирингового пула. Начнем по порядку с тех инструментов, которые конкретно можно рассматривать для хеджирования. Да, это аналог форвардного контракта, только биржевой инструмент, это фьючерсный контракт. Они имеют конкретную дату истечения, да, так называемую дату экспирации. В каждом году у нас этих дат 4 получается. Это в марте, в июне, в сентябре и в декабре. То есть, соответственно, понимая, какие сроки платежей валютные, можно хеджировать свои валютные риски от роста курса валюты, просто покупая этот фьючерсный контракт, соответствующее количество. Фьючерсные контракты требуют гарантийного обеспечения. Оно составляло, ну, до недавнего времени там, порядка 7% от суммы хеджированной суммы. Все фьючерсные контракты на Московской бирже, они расчетные, то есть что в евро, что в долларах. Поэтому физической поставки валюты не произойдет, но в случае ее роста вы, по крайней мере, получите плюс маржинальную вариационную маржу, так называемую. Да, и она вас спасет от роста курса. Один из клиентов, кстати говоря, вот, чувствую эту ситуацию, да, у нас огромное количество этих фьючерсных контрактов закупил, но, по сути, это его спасло в текущей ситуации, поскольку сейчас даже на валютном рынке Московской биржи сегодня там что-то невообразимое творилось, просто-напросто одни покупатели стояли, то есть продать иногда невозможно было, то есть планка постепенно поднимается на Московской бирже, постепенно упирается в потолок и так далее. И сделки просто, ну, не проходят какое-то время. Экспортеру в текущей ситуации можно будет фиксировать выгодный для него курс, да, в итоге просто-напросто продавая фьючерсный контракт, то есть совершая обратную сделку. Следующий инструмент, которым можно воспользоваться в качестве биржевого инструмента для хеджирования и заранее понимая, какие расходы вы понесете, это опционные контракты. Они тоже расчетные, но в отличие от фьючерсного контракта, опцион позволит ограничить убыток при неблагоприятном для вас изменении курса, но при этом получить неограниченную прибыль в случае, если курс начнет двигаться в ту сторону, которую вы страховались. Да? То есть, допустим, если вы ожидали рост курса иностранной валюты и от этого застраховались, купив опцион call на соответствующую валютную пару, то ваш убыток ограничен той суммой,
которую вы заплатили за покупку данного опциона. Это все, что вы потеряете. Но в случае, если курс вырос, да, вот как сегодня, на 30 с лишним рублей, да, то прибыль компании настолько же, по сути, выросла. То есть полностью было застраховано от этого сценария. Это его спасло, опять же, тем, кто этим воспользовался. Для экспортеров ситуация, соответственно, то же самое. Можно застраховаться от падения, ограничив потенциальный убыток в случае того, если курс начнет расти. То есть экспортер может застраховаться от падения курса, уплатив стоимость опциона. Вот. И в случае падения курса валюты, да, в силу каких-либо там дальнейших изменений в политике Центробанка, да, в его интервенциях и так далее, допустим, он получит неограниченную прибыль. Этот инструмент, опцион, также расчетный, то есть физической поставки валюты не произойдет, но будет начислена вариационная маржа рублевая, которая покроет все изменения курсовые. Опционы, конечно же, также требуют платы стоимости, поэтому в первую очередь нужно понимать и рассчитать, какой из инструментов вам более подходит, фьючерсный контракт или опцион, да, готовы ли вы нести ограниченный риск или неограниченный риск. Это нужно понимать. То есть если текущий курс там кого-то устраивает, то вполне возможно, что ему и фьючерсный контракт будет подходить. Опционы также имеют дату экспирации определенную, которые варьируются также. Ну, основные это, конечно же, такие же, соответствуют датам экспирации по фьючерсным контрактам. Это в марте, в июне, в сентябре, в декабре. Для хеджирования также можно использовать, в принципе, опционные конструкции, которые позволяют сформировать так называемый валютный коридор, в рамках которого клиенту удобно работать. То есть если бы клиент, да, до всех этих событий был готов покупать доллары, там, допустим, в рамках от 74 до 76 рублей, то он мог через нас составить такую опционную конструкцию, да, при которой, допустим, если курс уходил выше верхней границы, ну, допустим, выше 76, то его финансовый результат складывался бы, да, для импортера в данном случае, допустим, исходя из курса, не более чем 76 рублей. Соответственно, при падении курса, если бы курс упал ниже 74 или ниже нижней границы коридора, да, он, соответственно, бы, результат соответствовал бы тому, что он купил валюту по 74, то есть лучше бы купить не получилось. Вот. Ну, в случае, если бы цена оставалась в коридоре 74-76, соответственно, он бы просто по текущей цене покупал. Этот опцион, опционная конструкция также требует гарантийного обеспечения где-то порядка 10% от суммы хеджирования нужно внести для того, чтобы этот инструмент сработал. Ну, 10% лучше, там, конечно, больше, 10% порядок цифр. Вот. А сейчас, конечно, в связи с возросшей волатильностью нужно переоценивать, сколько там это все стоит, потому что ситуация тут меняется буквально на глазах. И то же самое аналогично для экспортера. Да? Экспортер, допустим, сейчас может зафиксировать какой-то валютный коридор, который его устраивает, допустим, 100-105, да, и, соответственно, ниже. Если курс вдруг идет ниже 100, то он получит финансовый результат, исходя из нижней границы, исходя из 100, то есть защищен от любого падения. Да, если курс идет выше 105, допустим, то в этом случае этот экспортер, да, по сути, продаст по верхней границе по 105. Ну, как бы говоря, для него это нормально, потому что, по сути, этот курс его и устраивал, да, он был готов продавать по курсу 105. Кто бы еще недавно в это поверил. Вот. Эти опционные конструкции, понятное дело, что также расчетные, то есть физической поставки валюты не произойдет, но это покроет ваши риски в рублях. Следующий вариант хеджирования, который
остается, он уже предполагает возможность, точнее, не возможность, а он предполагает напрямую физическую поставку валюты. Это называется сделки с неполным обеспечением на условиях маржинального кредитования. Один из клиентов также, предвидя эту ситуацию, у нас воспользовался достаточно крупную сумму, купив, то есть внеся на счет порядка 12,5% от хеджируемой суммы, он физически, наш брокер дает возможность купить валюты больше, да, имея на счете меньшее обеспечение в рублях. То есть, грубо говоря, это соотношение составляло примерно 1 к 7. То есть одна часть собственных средств и 7 заемных частей еще дает брокер под ставку маржинального кредитования. Понятное дело, что эта стратегия для него за прошлую неделю сейчас полностью окупилась с лихвой, да, поскольку на тот момент ставка маржинального кредитования для него составляла где-то порядка 14% годовых. Вот. Доходность от этой операции для него сейчас составила невообразимые вещи, вот, поскольку он оказался таким образом полностью застрахован на нужный ему объем. Здесь уже физически клиенту будет поставлена валюта, то есть он, если покупал евро где-то там по курсу в районе 87, вот, то ему просто сейчас будет для того, чтобы забрать эти евро, необходимо просто внести недостающие рубли, где-то там порядка 87,5% в рублях по курсу 87. Да, и он сможет забрать. Таким образом, сделка с неполным обеспечением позволяет как импортеру физически иметь на счете валютную позицию, так и экспортеру имеет на счете необеспеченную валютную позицию, да, зафиксировав нужный курс. Да, сейчас, конечно, уже понятное дело, что это экспортерам выгодно делать. Будет такой высокий курс, да, фиксировать, да, дождавшись какой-то там аномально высокой цены, и совершив сделку с неполным обеспечением, да, просто-напросто в данном случае продав евро или рубли, которых у него, по сути, нет на счете через вот эту сделку с неполным обеспечением. Какие сейчас ставки будут по таким операциям, ну, пока что непонятно, но явно в связи с повышением ключевой ставки, что это будет выше 20% годовых. Вот. Ну и, по сути, и стоимость фьючерсов сейчас, и фьючерсных контрактов, и опционов, она также изменится и будет около этих величин плясать до тех пор, пока не изменится дифференциал ставок между ставкой в нашей стране и между ставкой в США, да, или в Евросоюзе. Эти инструменты работают у нас на данный момент, поскольку в принципе не подвергли. Вот. А контрагентом на Московской бирже является Национальный клиринговый центр, который, соответственно, использует соответствующие инструменты для того, чтобы эти сделки все работали. То есть здесь, по крайней мере, уровень защиты какой-то на данный момент чувствуется более надежным. Если какие-то вопросы будут, поскольку я понимаю, что для детальных расчетов здесь нужно входить в новые экономические реалии и делать новую оценку всей стоимости этих инструментов, потому что ключевая ставка сегодня резко поднялась, на все вопросы буду готов ответить как в чате, так и по контактному номеру телефона 977-507-6492. Телеграм, WhatsApp, можно писать. Да, еще раз, 977-507-6492. Расчеты в валюте все проходят у нас. Торги на срочном рынке, когда возобновятся, также будут работать, поэтому просто нужно сейчас дождаться того, когда ситуация немного нормализуется и станут понятны
какой нарисуется валютный коридор. Да, понятное дело, что он будет уже в новых каких-то реалиях. Да, там. Нужно смотреть минимальный и максимальный диапазон, что на бирже происходило. Исходя из этого, уже, скорее всего, определяться, где будут новые минимумы, новые максимумы на рынке. Потому что сейчас строить какие-то прогнозы, ну, достаточно сложно в долгосрочной перспективе. Но для экспортеров ситуация, конечно же, удачная. Импортерам, тем, кто успел захеджироваться, повезло. Вот. Опять же, смотря каким инструментом успели, потому что вопрос по исполнению форвардных контрактов в санкционных банках вообще полностью непонятен. В принципе, у меня все, поэтому спасибо за внимание. Да, Михаил, спасибо вам огромное. Если позволите, по горячим следам, буквально пару вопросов я бы предложила прямо сейчас быстренько разобрать. Наши участники спрашивают ваше мнение по поводу того, ожидаете ли вы дальнейшего роста ключевой ставки и могут ли пересмотреть банки ставки по выданным уже кредитам? Ожидаем ли роста ключевой ставки? Рост ключевой ставки ожидался, он случился уже. Он достаточно сильный, исходя из того даже, что было в 2014 году. Ну, то есть, если мы посмотрим по соотношению, то есть в 2014 году курс примерно вырос в два раза. Вот сейчас в процентном отношении курс вырос меньше. Да? Я полагаю, что банк, все-таки Центробанк был более подготовлен, поэтому заранее знали, на что шли, и расчеты все делались, и я предполагаю, что это на данный момент максимальная ставка ключевая, которая будет на данный момент. Mm-hmm. Я думаю, что сейчас этого будет вполне достаточно, по крайней мере, ну, на ближайший месяц. И еще вопрос, который касается... Вот коллеги интересуются, что, в принципе, эта биржу тоже потрясывает, да, и также ли эффективные инструменты, о которых вы сегодня нам рассказали, с учетом ситуации на рынках? Давайте отвечу. Во-первых, ну, сейчас буквально у нас, начиная с того дня, когда ввели санкции в отношении банков, да, у нас шквал звонков, потому что, ну, понимаешь, что нормально расчеты по адекватному курсу можно произвести, но только на бирже. Потому что, ну, любой банк вынужден где-то будет перекрыть вашу позицию. Да? Банк для вас дилером выступает, он ее перекроет либо на бирже, да, либо у какого-то на межбанковском рынке, у какого-то там банка-контрагента. Да? Если у него закрыта ликвидность в западных банках, ну, соответственно, куда он пойдет? Он пойдет, опять же, на Мосбиржу. Вот. Соответственно, ликвидность на Мосбирже, я полагаю, что восстановится в части того, что появятся продажи валюты, да, то есть эта планка уйдет, и, ну, это рано или поздно все равно нормализуется. Вот. То есть расчеты там, ну, будут проходить в любом случае, потому что, ну, биржу, как бы, санкции там в отношении биржи или НКЦ, ну, никто не вводил. То есть, ну, Национальный кредитный центр расчеты все в любом случае проводит. Потому что, ну, иначе все остановится, как говорят, тогда вообще зачем доллары и евро? Поэтому части расчетов, они будут происходить, ну, это просто вопрос, сейчас рынок устаканится, и расчеты пойдут. То есть в четверг, пятницу расчеты на бирже проходили, сейчас просто встала планка, потому что большой объем покупателей. То есть постепенно планка повышается, когда-то дойдет она до верхнего уровня, и появится продажа. Uh-huh. Вот. Ну, вот, в принципе, если я на вопрос ответил в этом плане, то, как бы говоря, такая ситуация сейчас. Да, Михаил, спасибо огромное. Друзья, я вижу еще вопросы. Давайте те вопросы, которые касаются конкретных условий использования упомянутых Михаилом сегодня инструментов хеджирования, мы адресуем ему напрямую. У вас будут также его контакты, можно будет связаться напрямую. Да, я прошу передать мои контакты. Потому что это вопросы, требующие индивидуальной проработки конкретной ситуации. Да.
в каждом Да, случае. абсолютно с вами согласна. Спасибо большое, что делитесь с нами вашим опытом. Друзья, контакты Михаила у вас будут. Сегодня после мероприятия мы разошлем контакты наших спикеров. Можно будет связаться оперативно напрямую и по горячим следам решить ваши вопросы. Спасибо большое тоже за ваше активное участие. Мы рады, что действительно актуальные вопросы сегодня с вами разбираем. Михаил, спасибо большое и будем рады вам на нашей площадке вновь. Спасибо. Друзья, мы с вами движемся дальше. Следующая тема касается налоговых аспектов, договоры с контрагентами. Разберем, давайте, здесь зоны риска и как грамотно построить подход к договорам с контрагентами. Поможет нам в этом наш следующий спикер, это Наталья Наталюк. Да, Наталья. Да, спасибо, да, всем добрый день. Василя, спасибо. Я сейчас буду говорить и параллельно загружать свою презентацию, да, то, что у нас есть. Давайте вот расширенное. Так, по-моему, вот так вот. Так, Василя, подскажите, пожалуйста, видно ли мою презентацию, двигается ли она? Да, мы презентацию видим, все прекрасно, все движется. Все отлично, но, как сказали мои коллеги, действительно, на сегодняшний день вопросов, к сожалению, пока больше, чем ответов, но, тем не менее, мы, как говорится, держим руку на пульсе, и уже есть сегодня что сказать, и, конечно же, призываем вас тоже задавать свои вопросы, это очень важно, потому что одна из основных целей сегодняшнего мероприятия – это собрать и от вас обратную связь, что тревожит, да, какие вопросы, и, конечно, мы взяли их в работу и, соответственно, помогали бизнесу. Что касается налогового контроля, налогов тоже вопросов очень много, сыпется с прошлой недели, конечно, в первую очередь, а что же касается налогового контроля, не ждем ли мы моратория, может быть, какие-то есть снижения. Ну, здесь в первую очередь хотелось бы сказать о чем? О том, что, конечно же, ведение бухгалтерского налогового учета и уплату налогов никто не отменял, я думаю, что отменять не будет. Если вспоминаю историю, когда только начиналась вот эта вот пандемия, помните, мы тоже поднимали очень много вопросов, но здесь нужно констатировать факт, что сегодняшняя ситуация, она все-таки, мягко говоря, посложнее, но тем не менее можно проецировать некоторые моменты, в частности, что касается рисков, связанных с налоговым контролем. Мы с вами вот не раз встречались и говорили на тему налогового контроля, о том, что действительно есть и, кстати, отчеты. Вот сегодня буквально проходит расширенное совещание коллегии Федеральной налоговой службы, где как раз планировалось подводить и итоги 2021 года. Я думаю, несомненно, что будут как раз обсуждаться и вопросы, связанные с налоговым контролем. И вот этот вопрос, а будет ли мораторий, то бишь запрет на проведение выездного налогового контроля, он, конечно, актуален, но пока ответов на него нет. Посмотрим, что скажет коллеги, и будем ждать дальнейшего развития событий. А пока, ну, наверное, мягко говоря, расслабляться никто не собирается, и действительно налоговый контроль очень достаточно серьезный, и когда мы с вами говорили о рисках налоговых для компании, мы всегда отмечали ту ситуацию, что на сегодняшний день, заботясь о налоговой безопасности компании, нельзя забывать о том, что вот эти налоговые доначисления, неуплаченные суммы налогов в бюджет, они могут больно ударить не только по самой компании, довести ее до банкротства, но и в том числе больно ударить по карману собственника, руководителя бизнеса, бухгалтера компании. Часто говорили о субсидиарной уголовной ответственности. Да, вот как раз про уголовную ответственность на сегодняшний день тоже вам чуть подробно попозже расскажут. Поэтому, конечно же, это никто не отменял, несмотря на то, что мы с вами живем вот в таких вот очень интересных условиях, да, несколько даже экстремальных. Поэтому в моей презентации у вас будет возможность ознакомиться со свежими цифрами, связанных с налоговым проверком, субсидиарной, уголовной ответственностью. Как раз подобрала специально для вас, посмотрите, итоги они есть. И итоги гласят о том, что все-таки действительно и количество возбужденных уголовных дел за неуплату налогов продолжает также расти, и очень много правоохранительных органов участвует в ходе выездных налоговых проверков. Это способствует тому, что, ну, что, конечно, и качество проверок и формулировки, они, скажем, способствуют
перерождению материалов из налоговой проверки в уголовное дело в отношении конкретного физического лица, чаще всего это руководитель компании, либо бухгалтер. По субсидиарной ответственности тоже обратите внимание, у нас есть явный рост подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Это тоже напоминаю, это может быть руководитель и собственник бухгалтер компании за неуплату налогов, неполную уплату налогов. И здесь тоже статистика говорит о том, что рост есть. Причем, смотрите, среди регионов за 2021 год лидировали по численности компаний банкротов. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Вот. И еще о чем хотелось бы говорить, о чем мы с вами и планировали тоже обсудить, вот как раз вот те изменения, которые начинают происходить, начинали с января-февраля текущего года, те такие вот изменения, которые должны были произойти в налоговом законодательстве, в частности, ужесточение налогового контроля. У нас же с вами есть уже законопроект о том, что налоговые органы могут принимать обеспечительные меры. То есть запрет на отчуждение имущества и активов с момента принятия решения о назначении выездной налоговой проверки. Да, а не после того, как уже проведена проверка и соответствующая была апелляционная жалоба, то есть в момент обращения налогового органа в судебном порядке. Вот, ну, посмотрим, как будет развиваться. По крайней мере, мне так кажется, что все-таки вот эти моменты жесткие по налоговому контролю, они должны быть приостановлены. По крайней мере, это было бы логично, на мой взгляд. Что касается вот таких вот вопросов по поводу мораторий, да, вот по поводу каких-то изменений сроков, то, конечно же, да, я думаю, что возможно, что будет принято решение, конечно же, не об полной отмене исполнения налоговых обязательств, а, возможно, вопрос будет решаться по отсрочке, рассрочке платежей, как я вам говорила, по аналогии с историей с пандемией. Помните, многочисленные постановления, разъяснения. И здесь, как говорится, самое главное не запутаться. Да, действительно, мы ожидаем шквал различных нормативных правовых актов, которые, как говорится, будут шиты нитками по-живому, и действительно нужно будет очень быстро ориентироваться, состыковывать их между собой, принимать верные решения. Ну, как это говорится, в первую очередь ляжет на плечи юристов, в том числе и налоговых юристов, и мы уже обязуемся очень быстро реагировать, все это анализировать и выдавать вам уже как бы свои выводы, возможно, рекомендации, поэтому не забывайте к нам обращаться и обязательно будем стараться вам помочь. Будем очень быстро, буквально круглосуточно работать над всеми этими изменениями и давать какие-то, не какие-то, а действительно важные рекомендации. Поэтому единственный вот вопрос, когда задают, а можно сейчас забыть там о налоговых обязательствах, конечно же, нет. И если говорить о форс-мажорах, потому что о форс-мажорных обстоятельствах, которые сейчас очень часто поднимаются, вот эти вот споры, а можно ли вот теперешнюю ситуацию признать как форс-мажор и под этим соусом, как говорится, в том числе и снизить свои налоговые обязательства или вообще получить отсрочку рассрочку. Да, на уровне законодательном, напомню, что у нас действительно есть 64-я статья Налогового кодекса, которая, в частности, предусматривает возможность предоставления на законных основаниях отсрочки или рассрочки по уплате налогов, сборов, страховых взносов, там, пени, штрафов в том числе, из-за недостачи у налогоплательщика денежных средств в связи с причинением ему ущерба в результате обстоятельств непреодолимой силы. Непреодолимая сила, кстати, непреодолимая сила – это как раз и есть то понятие, к которому мы привыкли и часто прописано в договоре – это форс-мажор. Да, и здесь, конечно же, первый вопрос – а что из себя представляет форс-мажор? А вот то, что коллеги как раз уже обсуждали, вот эти вот курсовые разницы, скачки, повышение ставки ЦБ и прочие моменты, насколько они действительно соотносятся с понятием форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой силы. Судебной практики предостаточно, вот что касается именно договорных рисков и отношений, о них чуть попозже поговорим, судебную практику тоже в презентации привела, поэтому у вас будет возможность при ознакомлении с презентацией посмотреть все подробно с обоснованием судебной практикой. Как раз, что касается налоговых вот этих вот рисков, я все-таки надеюсь и ожидаю, что действительно будет отсрочка и рассрочка. Другой вопрос, для кого конкретно она будет предусмотрена.
для всех уж, наверное, навряд ли. Помните, у нас категория особо пострадавших отраслей и прочие-прочие моменты. То есть здесь тоже, наверное, скорее всего, будет какое-то определенное ранжирование налогоплательщиков, которым будут представляться какие-то определенные, возможно, ну, поблажки по сравнению с другими. Но, по крайней мере, здесь это тоже, опять же, из дискуссий, да, среди юристов, совсем, не совсем справедливо, потому что теперешняя ситуация, она более такая вот серьезная, она, как говорится, бьет по всем абсолютно отраслям и отражается на деятельности практически всех налогоплательщиков. Как говорится, поживем мы увидим. В любом случае, пока на законодательном уровне у нас есть 64-я статья, позволяющая получить отсрочку, рассрочку платежей. Здесь тоже есть свои нюансы. Первое, что касается форс-мажора, да, вот нам нужно обязательно подтвердить, что такие вот ущерб причинен мне в результате процесса непреодолимой силы. И первый момент важный очень. А второй момент то, что отсрочка и рассрочка она представляет все-таки на сумму, не превышающую стоимость чистых активов компании. Раз. И, во-вторых, по срокам тоже хотел бы пройти, то есть решение о представлении отсрочки и рассрочки это не вот моментальное, и принимается уполномоченными органами, либо это УФНС, управление, да, вышестоящий налоговый орган, либо уже главная, скажем так, организация Федеральная налоговая служба в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. И отсрочка, рассрочка тоже представляется в зависимости от того, какой уполномоченный орган будет заниматься этим вопросом. Например, на уровне ФНС по федеральным налогам представление, например, отсрочки, рассрочки до 3 лет. У ФНС в основном рассматривает вопросы с представлением отсрочки до 1 года. Это что касается тех норм, которыми мы с вами обладаем на сегодняшний день, из которых мы можем делать соответствующие какие-то выводы. Конечно же, ждем мер поддержки со стороны государства. Как я уже озвучила, со стороны ФНС хотелось бы по результатам сегодняшнего заседания коллегии ФНС получить тоже какие-то рекомендации. Да, я думаю, что ну, завтра, по крайней мере, в первой половине дня ожидаем каких-то новостей в этой части. Есть на сегодняшний день то, что глава государства встречался с представителями бизнеса 24 февраля, и тоже было озвучено то, что все-таки будут создаваться какие-то более-менее хорошие условия, насколько это возможно, в теперешних обстоятельствах для ведения предпринимательской деятельности, то есть не кошмарить бизнес. Возможно, опять же, речь будет о каких-то мораториях, потому что отслеживаю буквально, насколько есть свободное время, отслеживаю различные чаты, форумы, где бизнес общается, то есть даже кооперируется по видам деятельности и уже готовы вносить какие-то предложения, которые могут поддержать бизнес, в том числе по снижению ставок, в том числе НДС, где-то, возможно, какие-то налоговые каникулы, чтобы предоставлялись. И так далее, и так далее. Есть даже высказывания такие, что такой серьезный вариант, возможно, не будет ли вообще повышение налогов, ставки налогов в сложившихся условиях, потому что все понимают, что налоги – это, скажем так, основа основ для пополнения бюджета, нет ли риска повышения еще налогов. Ну, как говорится, поживем, увидим, но не хотелось бы думать в эту сторону, как говорится. Что касается следующих моментов, помимо налоговых реестров, мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас все будем стараться и выживать, и в первую очередь многие занялись вопросом и дебиторской задолженности, о чем говорила Татьяна, и вообще, что можно сделать с текущими договорами, и понимая, что многие контрагенты, возможно, окажутся в такой ситуации, что не смогут исполнять свои договорные обязательства, установленный срок, либо вообще непонятно, когда они смогут это делать. Поэтому инвентаризация дебиторской задолженности и прочие-прочие моменты вот в экстренном порядке, конечно, тоже от себя рекомендую все это провести. И насколько это возможно, пока платежеспособные наши контрагенты заняться вопросом по взысканию. Что касается таких вот важных моментов по поводу таких вот актуальных вопросов, которые звучат, вот увеличение уровня инфляции, курса валют, экономический кризис, это вообще существенные изменения обстоятельств договорных, да или нет, потому что здесь есть такая волшебная
статья в Гражданском кодексе 451 ГК РФ, в которой указано, что договор по требованию стороны в судебном порядке может изменить либо расторгнуть договор, потому что произошли существенные изменения обстоятельств. То есть они изменились настолько, что сторона она не могла разумно предвидеть момент подписания договора о том, что вот придется столкнуться вот с такими-то условиями. В принципе, некоторые говорят о том, что действительно никто не мог предположить, что мы вот окажемся в такой вот ситуации. Если говорить о том, что есть изменения, то есть увеличение уровня инфляции, скачки по курсам валют, в принципе, здесь можно как-то предположить, да, многие говорят судьи изначально, что вот, ну, бизнес – это рисковое дело, и скачки, тем не менее, они как-то происходят, в том числе периодически происходят и какие-то экономические кризисы. Помнится мне один из судебных актов 98-го года, если память не изменяет, там судьи говорили о чем в основном, в один голос о том, что каждые 8 лет в любом случае происходит какой-то экономический кризис, и поэтому это не является существенным условием изменения обстоятельств, условий договора, это вообще не форс-мажорный ни в коем случае. Вот такие вот моменты. Если мы с вами вспоминаем вот эту 451 статью, да, и пытаемся изменить условия договора сами, изменение условий, в том числе повышение цены, да, по арендной, допустим, плате и прочее, прочее, то здесь в первую очередь, на чем хотела бы акцентировать внимание, вот есть такое разъяснение Верховного суда, где говорится о том, что для применения вот этой статьи 451 нужно определять юридически значимые обстоятельства. В первую очередь наличие существенных изменений обстоятельств, вроде бы они у нас как раз и есть, да, вот эти все скачки очень серьезные, ставка Центробанка и прочее, время наступления. И вот следующий момент – это разумно предвидеть эти изменения. Насколько вообще разумно возможно было предвидеть, что мы окажемся с вами вот в такой ситуации, в которой мы оказались. Вообще это понятие очень такое вот расплывчатое и неопределенное на сегодняшний день. И вообще мы какие-либо выводы можем делать сегодня с учетом той практики, судебной практики, которая сложилась за прошлые года. Но важно сделать такой акцент. То, что если мы сравниваем ситуацию прошлых лет, ну, наверное, все-таки надо отдать должное тому, что сегодняшняя ситуация, да, как она будет дальше развиваться, она в любом случае, на мой взгляд, очень отличается от предыдущих историй, что связано с пандемией, что связано с кризисами. Но, тем не менее, в любом случае нам нужно понимать, что как защитить себя, как защитить компанию, в том числе при взаимоотношениях со своими контрагентами. В любом случае будут подниматься вопросы по исполнению договорных обязательств в сроки. Да, мы будем в том числе выходить в суд и прочее. То есть эту жизнь, то есть договорную никто не отменял. Будут подниматься вопросы, как можно вообще расторгнуть договоры. Да, то есть опять же потерпевшая сторона, когда уйдет повышение цены или повышение той же самой арендной платы, насколько арендатор в частности готов это все выполнять. Не пойдет ли он в суд и будет говорить о том, что извините, это все-таки существенные условия, существенные изменения условий договора, поэтому я считаю, что они недопустимы в этих случаях. Вот то, что мы имеем на сегодняшний день судебную практику, она гласит в большинстве своем, что, например, вот инфляция, финансовый кризис, резкое ухудшение финансового состояния, изменение курса валют и вообще другие обстоятельства экономические, они не являются существенными изменениями, кстати, по смыслу 451 статьи, поэтому в большинстве своем нельзя, скажем так, основывать свою защиту только на этой статье и говорить, что вот я хочу расторгнуть договор, потому что вот он на таких вот драконовских теперь условий я никоим разом не мог предположить при его заключении, что вот таким образом будут существенные изменения происходить. Поэтому, опять же, нас к чему призывает о том, что, наверное, более подходить, скажем так, ну, наверное, благоразумно несколько каждой стороне договора и, наверное, уже договариваться и приходить к какому-то консенсусу, а не так вот, как бы, враждовать, ты мне денег должен, вот давай мы сейчас пойдем в суд и прочее. И резко увеличивать цену. Здесь тоже, конечно же, вот нужно лишний раз подумать, потому что судебная практика, она вот такая вот
не очень радужная, что касается тех условий, которые предшествовали ранее, то есть 98-е, 2000-е годы, пандемийные и прочее. Динамика курса валют, как вы видите, тоже тут еще начиная с определения Конституционного суда по другим субъектам, они говорят о том, что все-таки это тоже не является существенным условием договора. Финансово-экономический кризис, то есть вообще тоже не признается. И здесь нужно понимать, поэтому, что, конечно, наверное, договориться может быть на берегах, а лучше и поддерживая друг друга, и не теряя связь со своими контрагентами, не портя отношения. Да, некоторые говорят, вот сейчас будет такой шквал судебных разбирательств, потому что ясно, что будут неплатежи, ясно будет, что повышение цен соответствующих тарифов, размеров той же самой арендной платы. Ну, как говорится, поживем, увидим, все-таки хочется надеяться, что таких вот серьезных скачков, все понимают, что в какой ситуации мы находимся, все, как говорится, в одной лодке, поэтому топить друг друга не хотелось, чтобы так это было на самом деле. Хотелось бы поговорить про положительную судебную практику, ее тоже удалось все-таки найти, что она есть. В исключительных случаях суды идут навстречу пострадавшей стороне и считают существенными изменениями обстоятельств, те же самые, например, скачки, изменения, да, вот по инфляции, курсы, скачки курса валют, я имею в виду, которые хотя и находились в сфере разумного контроля участников оборота, ну, то есть каждая из сторон вообще принимает свидетельство на свой страх и риск, нужно предполагать, что какие-то скачки, изменения, катаклизм экономический, как я говорила, они в любом случае происходят. Но при этом, если будет установлено, что вот те изменения, тот уровень цен по договору, который изменен, размер арендной платы, то же самое, вообще ведет к тому, к невозможности дальнейшего исполнения договора для одной, допустим, потерпевшей стороны, и это чрезмерно обременительно вообще, то как раз вот, да, действительно могут признать существенными условиями и, скажем, поддержать пострадавшую сторону. Например, нашли вот такой судебный акт, очень интересный, 12-й хотя бы год, что суд признал, что поскольку был заключен договор аренды вот, долгосрочно на 49 лет с минимальной оплатой, а в дальнейшем уже вот рыночные ставки аренды, они существенно возросли, и суд указал, что при заключении договора стороны не могли предвидеть такого резкого и многократного изменения, да, цены. В связи с чем цена выросла? Из экономической ситуации в стране. То есть многократный рост ставок аренды. То есть чувствуем, да, основную прям красную выделила, если есть действительно с учетом конкретных обстоятельств, и мы с вами доказываем, что резко и многократно увеличивалась цена либо размер арендной платы, действительно есть моменты, связанные с влиянием экономики, политических каких-то в том числе моментов, то здесь отстоять уже свои интересы и говорить, что вот на таких драконовских условиях мы не можем и не должны исполнять обязательства, возможно, даже беспосредственно расторгнуть договор, если иное не прописано в нем. Вот такие вот моменты тоже, они, конечно, есть. Важно еще понимать, что у нас вообще в договоре прописано. Конечно же, целесообразно, чтобы в договоре изначально, вот некоторые говорят, да давай сейчас допинг заключаем, да, вот пропишем там, вот, что является форс-мажором и прочее, вот то, что сейчас произошло. Нужно понимать, что это все-таки, наверное, несколько раньше нужно было об этом думать, потому что здесь предсказуемость, непредсказуемость такой ситуации, то есть мы уже знаем, что произошло, и суды могут говорить, что, ребят, ну вы когда все это сделали? Ну да, если мы не говорим о том, что все это сделано задним числом и прочие моменты, да, потому что все делается своевременно, и суды, если мы заключаем с вами, например, 28 июня какие-то дополнительные моменты, в том числе по форс-мажорам, а потом сталкиваемся с ситуацией неплатежей, чтобы мы как друг другу ничего не должны быть, либо какая-то сторона сослалась в том, что она не будет исполнять договорные обязательства в связи с тем, что это форс-мажор явно, ничего за это не грозит ей, ну, суд может сказать, что, ребят, когда вообще это был, то есть факт уже состоялся, вы не могли не знать о том, что вот такие вот серьезные последствия, они все-таки последуют после того, как произошло это событие 24 февраля.
Поэтому что хочется сказать? Вот по поводу, отделим, да, вот 451 статью и 401. 401 – это как раз обстоятельства непреодолимой силы. Это как раз те самые форс-мажорные обстоятельства. И вот здесь как раз о чем говорится? О том, что согласно данной статье лицо, как я вам говорила, которое нарушило свои обязательства, оно не будет нести ответственность. Если докажет, что не смогла исполнить свои обязательства по договору из-за обстоятельств непреодолимой силы. Чрезвычайные, непредотвратимые какие-то, да, соответствующие силы. То есть это форс-мажор. Когда только начиналась вот эта вся пандемия, вопрос по форс-мажорам, как вы помните, тоже поднимался, что из себя представляет форс-мажор, да или нет, вот эти вот экономические скачки, изменения и прочие моменты, и торгово-промышленная палата подключилась, давали вот эти вот все разъяснения, да, что признается форс-мажором, что не признается. И здесь вот опять же, исходя из судебной практики, следует такой вот момент, что основополагающей для форс-мажора является то, что это вот признаки непреодолимой силы. От нас ничего не зависит, это чрезвычайность и непредотвратимость на самом деле. Вот опираясь вот на эти вот красным выделенные слова, я думаю, что возможно все-таки говорить о том, что ситуация, которая на сегодняшний день, она как раз и подходит под эти понятия, она непредотвратима, чрезвычайно на самом деле. И явно не могла, непрогнозируемая. Мы не могли предположить в момент заключения договора, что вот такое вот произойдет. Поэтому будем ждать, как будет развиваться практика, как будут давать нам разъяснения, в том числе, возможно, торгово-промышленная палата, потому что вот этот экономический кризис, чрезвычайность, непрогнозируемость, все-таки это не условия пандемии, это совершенно другие условия, вот эти все санкции, они, конечно, очень серьезно отражаются на деятельности, и, возможно, мы получим разъяснение именно по форс-мажорам, что туда как раз относятся. Вот, судебная практика тоже, пожалуйста, есть, ее тоже очень много по форс-мажорам, сразу скажу, что вот эти скачки по валютам, увеличение ставки ЦБ, вот эти вот экономические кризисы, они в основном не признаются форс-мажором, вот такие вот моменты есть, но всегда есть исключения из правил, и есть все-таки положительная практика, вот, например, которую вы видите сейчас на экране, и как раз здесь суд признал, что к форс-мажору относится введение иностранными государствами запрет ограничений в области предпринимательской деятельности и вообще иные ограничительные запретительные меры, действующие в отношении российских компаний в целом по России, и такие меры явно повлияли на выполнение компании своих обязательств. Судебная практика есть, как видите, 18-17 год, и здесь как раз ссылались, что вот эти вот моменты, они являются очень серьезными, что касается вот этих вот санкций. И еще момент по поводу военных действий. Да, тоже очень много вопросов задают, вот, но как же вот в отношении военных действий? По сути, если читать некие разъяснения, военные действия относятся к форс-мажорным обстоятельствам. Но, опять же, военные действия, которые ведутся на, допустим, территории, допустим, его контрагента, то же самое на Украине, да, и я вот не могу, я закупаю товар на Украине, и вот мне его не поставляет, нарушает обязательства, что мне делать, ведь соответствующая российская компания, покупатель будет требовать, ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, вот в этой ситуации, возможно, ну да, здесь потому что можно уже будет говорить о том, что все-таки есть вот эти вот обстоятельства и критерии непредвидимости, и в том числе военные действия, они есть. Еще есть очень такая скользкая ситуация и очень серьезная, о которой невозможно промолчать. Что касается взаимоотношений с контрагентами на территории Украины, что касается, скажем так, и денег, которые будут поступать туда, они как раз и будут, независимо от того, что в рамках договора вы будете писать соответствующим контрагентам, будет возникать масса вопросов, в том числе в области уголовного права. Поэтому, конечно же, здесь я думаю, что коллеги мои тоже делают свое резюме, что касается взаимоотношений с контрагентами, которые находятся на Украине. Опять же, про, скажем, государственную безопасность, измены и прочие моменты, конечно,
тоже определенные следы они крутятся. Здесь и тоже очень вызывает много вопросов у бизнес-сообщества. Поэтому, если, как говорится, резюме, что хочется сказать, что касается форс-мажора, то да, та практика, которая есть на сегодняшний день, и она не касается военных каких-то ситуаций, в основном они касаются именно вот кризиса, экономического кризиса, в большинстве своем не признаются форс-мажорными, все вот эти вот валютные скачки, все вот эти вот тяжелые экономические состояния и прочее, прочее. Тем не менее, мы все-таки видим и положительные моменты, и их нужно учитывать в своей практике, особенно что касается вот этих вот санкций иностранных государств. Как видите, вот есть судебная практика положительная, презентация у вас будет, мало ли что. Лучше, конечно, не пригодилось, но если такая ситуация, во-первых, посмотрите, и возникают вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Мы для вас специально работаем, будем рассматривать конкретно вашу ситуацию и будем принимать уже правильные в конкретных условиях, скажем так, действия и оценивать, стоит идти, суд не стоит, да, перспективы и прочие моменты, даже в таких непонятных ситуациях. И по форс-мажору, конечно, еще призываю правильно прописывать их в договоре, предусмотреть вот эти рекомендации, пожалуйста, почитайте, то есть перечислять, что конкретно относится к средствам непреодолимой силы, а порядок взаимодействия между сторонами, как нужно уведомлять, в каком порядке, требования к содержанию уведомления, срок направления уведомления, какими документами подтверждается непосредственно, ну, соответствующие последствия по случаю наступления форс-мажора. Поэтому будем, как говорится, жить, будем работать, будем вести деятельность. Да, действительно, очень много неопределенных моментов, но тем не менее от уплаты налогов, от ведения бухгалтерского и налогового учета никто нас пока не освобождал. Будем также вести договорные отношения с своими контрагентами, наверное, более серьезные. Сейчас нужно предпринимать все меры, в том числе по борьбе, как говорится, со скопившейся дебиторкой в том числе. Проверять своих контрагентов, вот тоже помощи к лист по проверке контрагентов, пожалуйста, смотрите. И сегодня обязательно мы поговорим еще о хорошем инструменте, как можно все-таки защитить себя от рисков, даже сложившейся ситуации про оптимизационный аудит, но чуть попозже. Я вижу, что вышла уже Василя. Василя, если есть вопросы, я готова ответить на них. Еще раз призываю, пишите свои вопросы, это очень важно, потому что мы все будем учитывать, отвечать на вопросы, анализировать, потому что это очень важно в данный момент. Да, Наталья, спасибо большое. Вопросы есть, но я предлагаю их оставить уже на конец, потому что, безусловно, налоговые вопросы одни из самых актуальных на сегодняшний день. Я предлагаю продолжить ту тему, которую вы сейчас подняли, налоговые обязательства, какие последствия могут быть для бизнеса, для предпринимателей в случае неуплаты, невозможности уплаты налоговых обязательств, какие уголовные риски могут быть в этом случае. Я хочу пригласить нашего следующего спикера. Это Всеволод Сазонов, председатель компании «Сазонов и партнеры», адвокат, доктор юридических наук, консультант Совета Европы по правовым вопросам, член экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, член комитета ТПП по инвестиционной политике, президент юридического клуба «Сколково», президент некоммерческого фонда поддержки благосостояния и здоровья нации, содействия. В общем, регалии я могу еще продолжать. Всеволод, я приглашаю вас подключиться к нам и поделиться своим опытом, своими прогнозами, мнением, какие уголовно-правовые риски есть у предпринимателей и как можно их минимизировать или даже избежать по возможности. Всеволод, вам слово. Всеволод, мы вас ждем. Да, добрый день, коллеги.
Добрый день. Рад слышать. Давайте немножко поговорим о том, что у нас происходит с точки зрения не только уплаты налогов, не только аудита, но и о вещах, которые связаны на самом деле с наличием правонарушений, либо фактических, либо предполагаемых со стороны правоохранительных органов, и о тех наших действиях, которые мы должны делать в том случае, если к нам предъявляются претензии. Безусловно, одной из основных проблем, которые существуют сейчас, это проблема, которая связана с тем, что нам достаточно сложно отстаивать в правоохранительных органах, либо в судах свою невиновность в том случае, если мы полагаем, что налоговый орган незаконно начислил нам налоги, да начислил штрафы, и мы всеми возможными способами хотим доказать свою правоту. Конечно, все мы знаем об алгоритме обжалования, когда мы сначала в рамках проверки, которая проходит, доказываем свою позицию налоговой инспекции проверяющим. Если выносится акт, который нас не устраивает, мы оспариваем вышестоящий налоговый орган. В том случае, если у нас ничего не получается, то мы идем в судебный орган. К сожалению, все мы знаем, что судебная практика в подавляющем большинстве случаев становится на сторону государства. Действительно, есть единичные случаи, в основном по небольшим суммам налогов, когда суды выносят иные решения, либо когда, ну, действительно явно, что налогоплательщик прав абсолютно, но в тех случаях, когда позиция не является однозначной, а это очень часто происходит в налоговых делах, то перед нами очень, так сказать, явно высвечивается то, что мы обязаны будем заплатить налоги, обязаны будем проиграть дело. И все бы было бы ничего, если бы это не сопровождалось возможностью возбуждения уголовного дела и тем, что мы сами, наши сотрудники, наши компании, они будут находиться и находятся под угрозой некого уголовно-правового прессинга, который зачастую гораздо тяжелее и сложнее в психологическом плане, а иногда и в плане безопасности, чем прессинг со стороны просто гражданско-правовой. То есть когда мы просто должны заплатить деньги, потому что если у нас денег нет, мы заплатить не можем. И в этом случае перед нами, с одной стороны, неминуемо высвечивается уголовное наказание, если мы не докажем то, что мы не заплатили налоги по независимым от нас обстоятельствам, если нашей вины в этом нет, а все это подлежит доказыванию только с точки зрения уголовно-правового законодательства. Таким образом, мы понимаем, что у нас есть уголовное право, которое существует самостоятельно, и у нас есть гражданское право и налоговое право. Почему существует самостоятельно? Потому что очень часто сотрудники правоохранительных органов самостоятельно выносят решения, самостоятельно проводят экспертизы. Даже иногда мы выигрываем суды с налоговыми органами, а правоохранительная система работает, условно говоря, независимо от них и все равно проводит следственные действия, все равно проводит расследование. Это является одним из основополагающих причин того, что мы все потенциально должны быть готовы к тому, что когда-то придет товарищ следователь, но сначала, возможно, придет налоговый инспектор, который вызовет на опрос в налоговый орган, а потом может прийти также следователь, либо вызвать вас, либо ваших сотрудников и начать задавать вопрос. И, безусловно, нам нужен какой-то алгоритм действий, алгоритм поведения, потому что работа много лет как адвокат, и в том числе как налоговый адвокат, мы каждый раз примерно сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Вот, ну, ничего не меняется, за небольшим исключением. Первая проблема, самая большая, это даже не документы, это люди, потому что мы понимаем, что есть совершенно разный подход в позиции хозяина компании, руководителя компании и сотрудника компании. Зачастую сотрудник, он всячески, любым возможным способом хочет, чтобы от него просто отвязали, что его не выдергивают на опросы, что его не выдергивали на допросы, что его оставили в покое, потому что когда он выходит из зоны своего комфорта, а комфорта для него то рабочее состояние, в котором он находится, его начинают таскать в различные государственные органы, то он готов рассказать все, даже того, чего не было. И рассказать это только по одной простой причине, потому что ему некомфортно, он не готов защищать свое руководство, он не знает зачастую, что говорить, и ему проще подписать те документы, которые даются. Поэтому если вы понимаете, что у вас реальная возможность проверки сегодня, завтра, через месяц или через год,
то мне кажется, что одним из основополагающих вопросов это вопрос вашей работы с сотрудниками. Что значит ваша работа с сотрудниками? Это значит о том, что вы должны определить те круги влияния, которые опасны непосредственно для вас. То есть это ближайший круг от хозяина предприятия, это руководители разных уровней, это менеджеры, это бухгалтера и так далее по нисходящей. То есть это те люди, которые могут при том, что они будут вызваны в налоговые либо правоохранительные органы, дать те показания, которые позволят сотрудникам этих правоохранительных органов вменить незаконность действия со стороны руководителя. Ну что значит вменить незаконность действия? Это значит, что доказать, что специально были сделаны какие-то налоговые схемы, специально не заплатили налоги, специально подписали соглашение с тем или другим контрагентом, предполагая, что он не выполнит своих обязательств, не заплатит деньги, либо не заплатит НДС. То есть все те возможные варианты, которые потом позволят уже составить либо обвинительное заключение, либо постановление о возбуждении уголовного дела. Как вы знаете, что уголовное дело возбудить достаточно быстро, а вот прекратить его гораздо-гораздо дольше, даже при наличии всех оснований, на это потребуется очень-очень много времени. Таким образом, есть несколько рекомендаций, которые очень важны, и я думаю, что которые во всех предприятиях нужно делать. Во-первых, при принятии любых важных решений, касающихся заключения сделок, совершения каких-то операций, если вы находитесь в предбанкротном, либо ваш контрагент в предбанкротном состоянии, то есть любых сделок, которые не 100% влекут за собой получение прибыли и доходов предприятия, вам необходимо составлять документы, и эти документы необходимо соответствующим образом регистрировать, фиксировать, составлять их путем подписания руководящими сотрудниками для того, чтобы была понятна ваша добросовестность. Второй момент – это работа с вашими контрагентами. Что за контрагенты, делать ли видео с ними на встречах, проводить due diligence. Но самое главное, проведя и осуществляя все эти вещи, не просто провести и двинуться дальше, сохранить эти документы, подписать у ответственных лиц, положить и складировать. Да, возможно, это займет больше места или больше времени, но это дополнительные гарантии вашей безопасности. Потому что даже ваша благонадежность, которую вы предполагаете, безусловно, для налоговых органов, она не будет являться таковой со стороны того же следователя, да, который, наоборот, при возбужденном деле он захочет доказать о том, что вы действовали неправильно, незаконно. Конечно, мы все знаем, и вы должны понимать, что уплата налогов, она освобождает от возбужденного уголовного дела. Уголовное дело подлежит прекращению, даже если вы заплатили налоги уже во время суда, но до вынесения приговора. То есть у нас как бы есть вот этот длинный путь, следствия, проверки до вынесения приговора, когда мы можем бороться, мы можем защищаться. А потом уже сказать, все, мы заплатили налоги, прекращайте дело и так далее. Но все ли готовы пройти этот путь? Какие потери может понести предприятие? Потому что предприятие в любом случае, оно страдает. Уходят люди, расторгаются контракты, вам мешают работать. То есть при оценке подобных рисков мы понимаем то, что зачастую нам проще иметь подготовленный персонал. Безусловно, невозможно подготовить всех. Но что хотелось бы сделать? Во-первых, обратите внимание, уже на многих конференциях об этом говорится, на многих встречах, о подготовке так называемых адвокатских опросов или документов, иным образом свидетельствующих то, что все сотрудники руководящего органа понимали, что происходит, и понимали они это именно так же, как понимает владелец или первое лицо в компании. Что это значит? Это значит, что делается опрос, мы делаем много-много раз с участием адвокатов, когда на заданные вопросы сотрудник отвечает таким образом, как мы хотели бы, чтобы он отвечал. Но он это делает по доброй воле, он это делает, понимая, что происходит, и этот протокол допроса, опроса в двух экземплярах, он кладется и где-то хранится. Почему он делается и для чего? Дело в том, что, как я уже сказал, в ряде случаев людям
боятся. Они боятся того, что у них будут проблемы. Им проще подписать не то, что есть на самом деле, а то, что им говорят. Этот документ будет для вас дополнительной гарантией. Дополнительной гарантией того, когда скажут, кто являлся владельцем реального предприятия. Почему вы принимали те или другие решения. Человек ответит точно так же, как он ответил какое-то время назад, когда он с вами этот документ проговаривал, и когда с помощью адвоката, потому что документ оформляется в рамках уголовно-процессуального законодательства, то есть это не просто какая-то бумага, заверенная у нотариуса, это именно протокол опроса в рамках УПК, что имеет право делать адвокат. Почему адвокат? Потому что это независимое лицо. Иначе скажут, извините, но человек пошел под давлением, нотариус подписал, адвокат является тем лицом, который гарантирует независимость. При том, что вы можете никогда не использовать этот протокол. Может быть, он будет у вас лежать несколько лет, но не стоит забывать, что налоговые преступления – это преступление, дело по которому может возбуждено быть не через год, не через два, даже через пять или шесть лет. И вы можете уже забыть эту ситуацию. Мы не помним, что происходило иногда даже месяц назад. Но документ лежит, вы уверены, что все будет хорошо. Почему? Потому что очень часто даже человек этот уже уходит. Он уволился с предприятия, вы не знаете, где он находится, а его могут найти. Его ничего не будет с вами связывать, он не будет чувствовать никакой моральной ответственности. Он вам, знаете, даже может не позвонить. И у нас в практике много раз были случаи, что эти документы спасали, вот прямо спасали людей от того, чтобы им вменили состав того или другого преступления. Почему спасали? Потому что человек, знающий, что он подписал этот документ, копия документа у него остается. В 99% случаев не будет говорить что-то другое. Он понимает, что иначе речь может идти о возбуждении дела в отношении него, задачу ложных показаний. И для человека это такой спасительный, некий спасительный якорь, за который он хватается в том случае, если он чувствует, ну, что что-то не то. Да, вот он не знает, как себя вести, он не знает вашего мнения, он не знает, как вы... Что вы делаете, защищаете его, не защищаете. Но у него есть якорь, якорь его пояснений, якорь его показаний. Следующий момент. Конечно, люди должны быть уверены в том, что они под защитой. Психологической, финансовой, то, что вы их не бросите, не кинете, то, что эта часть на них никоим образом не отразится. Как минимум те люди, которые составляют ваше ближайшее окружение и ваша задача, как бы то ни было, хотят они уволиться, уйти, не упускать их зоны своего влияния в том случае, если увидите, что началась проверка, начались проблемы. Потому что, еще раз говорю, уважаемые друзья, их найдут, если в них будет интерес. И если они не позвонят вам, если они не будут общаться с вами, то они дадут те пояснения, показания, которые вас совершенно точно могут не устроить. И которую вы, к сожалению, не сможете изменить. Потому что очень часто бывает, что дело возбуждается там, или проверка по одной статье, мы заплатили налоги, а параллельно с этим машина уже закрутилась, и начинают появляться какие-то другие статьи, какие-то другие претензии. И нам приходится неделями, месяцами, иногда годами ходить на допросы, писать жалобы, писать заявления, требовать прекращения дела. Да, это наша работа. Но это совершенно точно направлено не в интересах бизнеса. То есть, если адвокат здесь зарабатывает, да, он как бы выполняет свою работу, то бизнесмен теряет. И если я смотрю с точки зрения бизнесмена, потому что я не только адвокат, но и занимаюсь бизнесом, я понимаю, что я бы всяческим образом постарался этот риск минимизировать. То есть я бы точно не был настроен на то, чтобы кормить потом длительное время адвокатов, чтобы они меня защищали. Я вообще не хочу, чтобы меня защищали. Хочу, чтобы у меня этой проблемы не возникло. Для этого мне нужно собрать документы, для этого мне нужно подготовить людей, для этого мне нужно получить заключение нормального финансового консультанта, аудитора. То есть мне нужно постараться подложиться всеми материалами, которые доказывают мою добросовестность, отсутствие умысла, потому что налоговое преступление – это умышленное преступление. Налоговое правонарушение или преступление нельзя совершить неумышленно, да, преступление, да. Правонарушение, наверное, можно, а преступление точно нельзя. То есть у человека должен быть умысел на неуплату налогов. И мы должны доказать этими документами, что даже если мы не заплатили по какой-то причине, нет ли денег, изменился рынок, конъюнктура, мы не могли заплатить. И вот когда происходит, особенно периоды турбулентности, да, я более чем уверен, что сейчас правительство изменит. Да, то есть какие-то варианты ситуации, связанные с невозможностью
совершения тех или иных сделок, тех или иных платежей, особенно из-за границы. Возможно, будут обстоятельства форс-мажора, потому что если банки не могут перечислять денежные средства, компания не может их конвертировать либо по другой ставке, конечно, это форс-мажорные обстоятельства, то, безусловно, эти послабления будут. Но как они будут трактоваться, в каком объеме, неизвестно. Тем более мы видим, что кризисы у нас идут с определенной периодичностью. А когда кризис проходит, все начинают забывать о том, что он был, говорят, а что вы сделали, как вы вели себя, как защищались. Да, сейчас очень много вопросов о том, каким образом, как выходить из ситуации, какие способы решать, способы находить для того, чтобы совершать платежи. Есть один алгоритм, связанный с использованием блокчейна и криптовалют, но то законодательство, которое у нас есть сейчас, не позволяет компаниям это делать. Если удастся его изменить, удастся интегрировать в бизнес-ритм компаний, то ситуация изменится, но я думаю, что это достаточно длительный процесс, это не случится. Это возможно по физическим лицам, то есть вы лично можете использовать эти алгоритмы, но компании, к сожалению, это делать не могут, бухгалтерскую отчетность отражать не могут и платежи делать тоже не могут. Второй алгоритм, конечно, создание в том числе компаний за границей. Да, как мы, как бизнесмены, вот ко мне, как к международному адвокату, сейчас каждый день приходят люди, потому что мы открываем массово компании в Эмиратах, делаем там счета, делаем ID, резиденцию для того, чтобы была был способ совершать хотя бы какие-то платежи, но опять-таки в этой компании должны быть взаимоотношения с российской компанией. Да? Кто-то вообще предполагает разбить эти бизнесы, то есть российская часть идет здесь, допустим, а зарубежная часть идет на Эмираты, ну потому что, хотя это далеко не самая прекрасная страна в мире, но по сравнению с Европой сейчас там гораздо-гораздо лучше, гораздо-гораздо комфортнее, поэтому можете, в принципе, обращаться, мы с удовольствием поможем, либо порекомендуем местных провайдеров, к которым прийти. И вот все это, оно создает принцип вашей добросовестности. Что вы делали, да, то есть как вы в эти турбулентные моменты себя вели. И, конечно, недовольство сотрудников, в части увольнений незаконных, неуплаты зарплат и так далее, это образует второй состав, потому что люди очень часто уходят с работы и начинают озлобленные писать жалобы, указывать на нарушения, которые происходят, в том числе налоговые правонарушения. Здесь тем важнее те протоколы, те документы, те опросы, которые вы можете создать уже сейчас. Те документы, на которых будут стоять их подписи, и хотя мы все больше и больше переходим в электронный документооборот, к сожалению, в рамках уголовных дел у нас этой возможности... Sorry, да, что-то у меня тут. У нас или у меня этой возможности нет. Так, не совсем понимаю, кто это звонит, у меня это звонят, либо не у меня. Да, Всеволод, это у вас звонят. У меня очень странно, у меня все отключены звонки, айфон. Ну вот как раз люди звонят, знаете, как нам открыть очередную компанию за границей, совершить платежи. Поэтому, да, прошу прощения, у меня тут 50... девайсов подключено параллельно на компьютере. Как-то так. Поэтому, если есть какие-то вопросы, с удовольствием подскажем, объясним. Самое главное – это добросовестность, контроль людей, подписанные документы и поиск всех возможных вариантов для того, чтобы сейчас не парализовать свою жизнь и свой бизнес. Ну, в рамках закона. Но там, где нет закона, тем лучше. Значит, мне кажется, можно использовать те дыры, которые есть в законодательстве, но только в той части, в которой она действительно не урегулирована. То есть старым схемам совершенно точно не стоит возвращаться. Спасибо большое. Да, всего спасибо огромное. Краткий спич я закончил, да. Поехал дальше работать. Если позволите, буквально вот один-два вопроса. Вот Светлана интересуется, мы фиксируем запросы контрагентам по необходимости погасить дебиторку. Будет ли это подтверждением добросовестности компании? Обязательно, потому что добросовестность – это все фактические действия. Вот прям очень важно. Это фактические действия, которые подтверждают, что вы предприняли все возможные шаги для того, чтобы избежать неуплаты налогов, либо иные негативных последствий для предприятия. Поэтому, когда нас спрашивают, а вы подали в суд?
Не подали почему? Значит, вы не хотели подавать. Мы говорим, у нас не было юристов, там, либо человек заболел, там, мы можем найти кучу способов. Это никого не интересует. Подайте заявление в суд. Зарегистрируйте претензии о выплате дебиторки. То есть совершите все действия, пусть даже вам не заплатят, вы не добьетесь результата. Ну, лучше, чтобы вы добились, но вдруг вы не добьетесь результата. У вас будет стопроцентное подтверждение, что вы сделали все возможное, чтобы его добиться. И обязательно сохраните этот документ. И по мейлу, и по почте, и получите ответ, и запишите телефонный разговор. Создайте вот эту тоненькую папочку по каждому контрагенту, по каждой ситуации. И в этом случае, когда к вам будет вопрос, вам достаточно показать эти документы, и я вас уверяю, просто никто не захочет с вами связываться, потому что это гораздо сложнее, чем каждый раз... Ну, чем искать другое предприятие, в котором этого нет. То есть если вы готовы, то, скорее всего, скажут, все понятно, и пойдут к другому. Если вы не готовы, то за это могут зацепиться и будут вас таскать, и вы будете ходить, тратить свое время, силы, нервы, и это точно совершенно не приведет к ничему хорошему для вашего бизнеса, ну и для вашего здоровья в том числе. Спасибо большое. Все вот надеюсь. Да, надеюсь, все, что вы сегодня сказали, не коснется наших сегодняшних участников, но в крайнем случае, друзья, вы знаете, к кому обращаться. Спасибо большое, и тогда мы... Вы знаете, есть такая фраза, да, я не очень люблю говорить, что я адвокат, потому что я еще бизнесом занимаюсь. Потому что когда говоришь, что адвокат, люди обычно говорят, у нас нет проблем, и кто-то из моих коллег отвечает, это вы так думаете, проблемы обязательно будут. Но мне реально хотелось бы, чтобы проблем не было, ибо если бы они были, они быстрее разрешались. Всего хорошего, удачи. Да, спасибо большое. До свидания. Друзья, а мы с вами движемся дальше, и следующий блок – это особенности трудовых отношений. Что стоит сделать вот в этом направлении? Изменение условий трудового договора, тонкости оплаты труда, пересмотр штата, будете ли вы делать сокращение, и если будете делать, что важно здесь учесть, и напомнит и поделиться своим опытом по данному вопросу наш следующий спикер. Это Александра Акимова, руководитель практики «Интеллектуальное право, трудовые отношения и споры» компании «Лемчик Крупские партнеры». Александра, передаю вам слово. Здравствуйте. Сразу хочу сказать о том, что мы сегодня с вами будем разговаривать, наверное, не совсем по презентации, которая была подготовлена, потому что ничего нового в законодательстве у нас не изменилось с точки зрения каких-то оградительных защитных механизмов для работодателя в трудовом законодательстве. И, честно говоря, с учетом опыта 2020 года, безусловно, эти ситуации абсолютно несравнимы, то, что было тогда, и то, что у нас сейчас. Хотя бы по причине того, что если 2020 год мы ждали, что это закончится и все наладится, то сейчас мы должны прекрасно понимать, что бы дальше ни произошло, ослабление санкций в каком-то обозримом ближайшем будущем произойдет маловероятно. Соответственно, мы должны быть готовы к совершенно различным историям. При всем при этом я хочу сразу, скажем так, предостеречь от резких движений, связанных с изменением каких-то штатных расписаний. Мы прекрасно помним, опять-таки, да, 2020 год по поводу сокращений, увольнений, урезания льгот, каких-то предостережений, угрозами по поводу проверок. Безусловно, мы должны понимать, что вся эта риторика, возможно, останется и в будущем. То есть сейчас фокус у нас полностью... идет на международные отношения и новости, которые приходят просто каждую минуту, и каждую минуту ситуация у нас меняется кардинальнейшим образом. И в ближайшее время все-таки мы, как специалисты в совершенно различных областях, ожидаем, что начнется урегулирование отношений внутри, потому что запросов очень много, и пока мы сейчас находимся еще в шоковом, паническом состоянии, как только пыль это уляжется, паника, соответственно, уйдет, потому что совершенно не зря предыдущий спикер, который говорил, да, про финансовые рынки, рано или поздно ситуация должна стабилизироваться. Это не значит, что у нас произойдет какой-то колоссальнейший откат в курсе, безусловно, но стабилизация и резкие скачки, они в любом случае должны будут уйти. Тем не менее, мы все находимся в новой реальности, что называется, добро пожаловать в нее, и мы должны научиться жить в этой самой новой реальности.
Сразу хочу с вами поговорить вот о чем. Предыдущий спикер Наталья, мы с ними очень много проводили в 2020 году совместных мероприятий. К сожалению, мы с ними встречаемся только почему-то в каких-то экстренных, не самых благоприятных обстоятельствах. Все-таки хочется нам пожелать всем, что проводить вебинары мы будем также при каких-то радостных и приятных событиях, но пока так, как есть. Что касается информации относительно расторжения договора, например, аренды по 451 статье при существенном изменении обстоятельств, я могу сказать, что в 2021 году мои коллеги, адвокаты нашего адвокатского бюро LKP Litigation получили прецедентное решение, полностью, по сути, развернули судебную практику в этом направлении. Об этом решении, на самом деле, много писали в профильных изданиях, поэтому если у кого-то есть, соответственно, запрос проконсультироваться именно по этому вопросу, с учетом того, что мы получили свежайшее решение, то, пожалуйста, обращайтесь, мы организуем контакт с нашими коллегами по этим вопросам, потому что, ну, действительно, им есть чем поделиться по данному вопросу. Итак, что касается истории, связанных с трудовыми правоотношениями. В настоящий момент никто не понимает, что происходит. Ну, что-то происходит, но что именно и вообще куда бежать, куда податься, такого понимания, конечно, нет. Опять-таки, в данной ситуации, когда такие вещи происходят, совершать резкие движения, в общем-то, противопоказано абсолютно всем, по абсолютно любым направлениям. При всем при этом это не означает, что нужно совершенно полностью бездействовать. Да? Это означает, что нужно выждать, дождаться и привести в порядок свои внутренние дела. Соответственно, что есть в инструментарии наших работодателей с точки зрения минимизации и урезания своих каких-то расходов? Ничего с 2020 года нового не изменилось, не появилось, и, соответственно, я не думаю, что что-то нового я вам расскажу из этой области. Это тот же самый простой. Прошу обратить внимание, да, что на презентации мне указано, что работник находится на рабочем месте в этой ситуации. Есть противоположная точка зрения, что работник может в период простоя, в принципе, находиться где угодно, в том числе за пределами нахождения своего работодателя, я не разделяю эту точку зрения. Вот. Но, тем не менее, сам факт простой, таким образом никто не отменит. Тем более, что все разногласия, разночтения и сомнения толкуются всегда в пользу работника. Поэтому на месте, не на месте, в принципе, особого значения не имеет, потому что вопрос процедуры ведения простоя – это все-таки процедура, а не наступление просто какого-то обстоятельства. То есть мы должны его соответствующим образом оформить. Об этом нам говорит 157-я статья относительно оплаты там и так далее. Можете ознакомиться, времени не очень, к сожалению, много, поэтому я не буду долго рассказывать об этих основных известных инструментарных механизмах. Я потом остановлюсь на другом механизме, о котором, безусловно, сейчас будет поступать очень много вопросов. Что касается отпуска без сохранения заработной платы. Сейчас очень многие компании находятся в ступоре, в том плане, что отгрузки могут приостановиться, счета непонятно, пока откроются в других банках, пока пойдут расчеты, не пойдут расчеты. Что вообще происходит с курсом? И некоторые, соответственно, пытаются воспользоваться вот этим вот механизмом по отпуску без сохранения заработной платы. Его прелесть заключается в том, что он может длиться сколь угодно долго, нет никаких, в принципе, временных ограничений. Единственное, как, в принципе, отпуск, да, он должен быть исключительно по инициативе работника, то есть он должен написать заявление, желательно указать причины, по которым он хочет в этот отпуск уйти. Поэтому если вдруг получается таким образом, что вы собираете свой коллектив и говорите, слушайте, ну вот такая вот ситуация, поэтому что-то как-то нам всем нужно в этот отпуск уйти. И если работники будут против, вы будете их понуждать, с большой долей вероятности не сразу, через какое-то время вы можете получить соответствующую жалобу, направленную в ГИД или в прокуратуру, со всеми вытекающими оттуда обстоятельствами. Опять-таки, мы пока не знаем,
как у нас будет осуществляться внутреннее регулирование, какие будут предписания со стороны Роструда, Минтруда относительно действий работодателей. Я не исключаю, что будут введены достаточно жесткие условия, связанные с увольнениями работников. По причине того, что до всех событий, которые произошли неделю назад, у нас активно говорилось о том, что, во-первых, необходимо сокращать безработицу, и рапортовали о том, что в отдельных регионах она там вообще ниже исторических каких-то минимумов. Вот. И, во-вторых, соответственно, повышать уровень благосостояния населения, да, в 2.5 раза. Ну, вот, что называется, бойся своих желаний. Сегодня в кошельке может быть 25 рублей, а послезавтра мы проснемся, может быть, и 25 тысяч, кто его знает. Вот, поэтому, если вдруг вы понимаете, что на сегодняшний момент у вас действительно есть необходимость каким-то образом заморозить свою деятельность, опять-таки простой отпуск без сохранения заработной платы, и в принципе вся магия любых механизмов, которые связаны с работниками в данных обстоятельствах, это исключительно переговоры, объяснение ситуации и лояльность сотрудников. Честно говоря, в 2020 году, с учетом того, что мы тогда столкнулись с такими проблемами впервые, никогда такого, в общем-то, не было, по опыту 85% случаев, это очень большой, на самом деле, показатель, нашим клиентам, работодателям всегда удавалось договариваться с работниками. И снижалась заработная плата, и происходили там другие какие-то вещи. Тем не менее, конфликтных ситуаций были единицы. Это в том числе и некий маркер того, каким руководителем, собственно, да, там является единоличный исполнительный орган в плане человеческих качеств. Что касается статьи 74 неполного рабочего времени, это статья, посвященная изменению условий трудового договора, статья 74, она всегда на практике была очень тяжеловесной в применении. Мы даже в тогда еще в 2020 году, с учетом опять-таки всех этих обстоятельств, проводили свое собственное, так скажем, исследование по применению этой 74-й статьи. Мы просмотрели огромное количество и судебной практики, и аналитики, и различных публикаций, и научных трудов специалистов из этой области. И как бы нам не хотелось, но от показаний 50 на 50 применения этой статьи мы никак не могли уйти. То есть, по сути, на сегодняшний момент применение этой статьи в пользу работодателя – это всегда 50-50, ну, такая лотерея. Ну, то есть ты, выйдя на улицу, либо встретишь динозавра, либо нет. А вот, соответственно, если вы берете эту 74-ю статью, вы должны ее очень внимательно почитать, посмотреть на процедурность и обратить внимание на то, что ее применение в 74-й статье возможно при наличии определенных обстоятельств, да, которые указаны в презентации. Это риск массового увольнения и, соответственно, срок перевода, значит, на такой режим неполного рабочего времени должен быть не более чем на 6 месяцев. То есть этот законодательный минимум люфт, который нам предоставлен. При всем при этом, мы должны понимать, что, во-первых, мы должны уведомить и службу занятости об этом обстоятельстве по аналогии с сокращением штата, да, что у нас вот такие вот обстоятельства, у нас есть угроза массового увольнения, именно по этой причине мы все режем, чикаем, вот, и в каком-то плане в связи с этим уведомлением, опять-таки не понимая, что будет дальше, мы можем себя подставить под определенный контроль. Я вообще совершенно не сомневаюсь в том, что рано или поздно в ближайшем времени этот дополнительный контроль работодателей в этом направлении появится. Вот вообще не сомневаюсь абсолютно. Точно что-то будет. Что именно? Ну, посмотрим. Более того, что проблема вот именно 74-й статьи заключается в том, что такое введение неполного рабочего времени возможно с предварительного уведомления за 2 месяца. То есть это мера, которая не вот раз сегодня, ребята, у нас уже все там, 4 часа рабочего времени, как бы нравится, не нравится, подписываем там либо-либо, нет. Это достаточно длительная процедура, опять-таки аналогичная процедуре сокращения штата, и прибегнуть к ней прямо вот сейчас, одномоментно, это в принципе невозможно, да, то есть
достаточно такая вот длительная, значит, вся эта история, поэтому говорить, что это экстренная мера, она не экстренная мера. То есть если мы, например, берем простой, если мы берем отпуск без сохранения заработной платы, там да, там можно поиграть с соглашениями, там можно поиграть с заявлениями работниками, с работниками и, соответственно, уложиться в достаточно короткие сроки для того, чтобы, соответственно, прийти к той цели, которую вы себе наметили. Ну и один из самых, пожалуй, болезненных вопросов, которые также у нас тут с вами возникает, это потенциальное сокращение штата. Я не буду подробно рассказывать об этой процедуре, потому что я думаю, что большинству они известны, вы просто можете сейчас посмотреть, да, краткую, скажем так, дорожную карту по этой процедуре, какие там выплаты и так далее, и так далее. Вот, опять-таки, есть, скажем так, опасения, что все те компании, которые сейчас начнут массово проводить сокращение штата, их будут ждать какие-то определенные санкции, опять-таки связанные с налоговыми проверками и со всем остальным. То есть маловероятно, что вся эта история каким-то образом пройдет незамеченной. Значит, возвращаясь к вопросу по изменению условий трудового договора и неполного рабочего времени, я прошу вас обратить на статью 93 Трудового кодекса. Здесь ее нет в презентации, поэтому просто почитайте, о чем речь. То есть мы можем, скажем так, применять механизм сокращенного рабочего времени по заявлению работодателя при наступлении, по заявлению работника при наступлении у него определенных обстоятельств. Ну, то есть жизнь заставляет человека таким образом устраивать свою рабочую жизнь, работая меньше. Там эти обстоятельства в законе, в принципе, перечислены. И по большому счету, честно говоря, я не вижу оснований работодателю, если это, скажем так, на его усмотрение устанавливать режим там неполного рабочего времени, сокращенного дня, по заявлению работника в совершенно иных обстоятельствах. Но, опять-таки, если мы это сделаем массово, вот прям совсем массово, то в случае, если, значит, потом начнутся какие-то проверки в связи с этим, то, скорее всего, вас подведут под статью 74. Вот. Со всеми вытекающими оттуда последствиями, что вы не уведомили и так далее, что вы прикрываетесь статьей 93 и так далее и тому подобное. Как некоторые из этой ситуации выходили в 2020 году? В 2020 году, понимая, что те компании, которые имели право осуществлять хоть какую-то деятельность, они совсем были закрыты, да, они делали некий график работы между сотрудниками, что одни работают полный день, одни работают неполный, потом они меняются. И вот так, соответственно, они их чередовали. Таким образом, они из месяца в месяц в любом случае сокращали расходы на фонд. Вот, то есть это тоже, в принципе, как вариант и выход из этой ситуации, но опять-таки это нужно исходить из того, какая у вас численность сотрудников, какая у вас система оплаты труда и, соответственно, к какой категории бизнеса вы относитесь, насколько вы сейчас пострадали, чтобы понимать, какие меры возможно было бы принимать, исходя там из ситуации. То есть это общие инструменты и механизмы, которые, соответственно, у нас есть. Предвкушая вопросы по самой интересной статье 83 Трудового кодекса, это расторжение трудового договора по обстоятельствам, которые не зависят от воли сторон. Сразу вас предостерегу. В 2020 году активно эта статья обсуждалась. Все пытались найти в ней лазейки. Проблема здесь заключается в следующем, что, во-первых, таких обстоятельств, как сейчас, в рамках действующего трудового кодекса, во-первых, мы еще не сталкивались вот, до 2020 года. Да? И вот с такими, которые сейчас обстоятельства, мы тоже с ними не сталкивались в рамках действующего трудового кодекса. Поэтому я к чему? Практики по 83 статье в общем нет. Относительно пункта 7 конкретно, где говорится о том, что трудовой договор может быть расторгнут при наступлении чрезвычайных обстоятельств. К ним относятся военные конфликты,
эпидемии и прочие неприятности, которых, как оказывается, еще очень много припасено, да? И вот тут надо понимать, что когда мы говорим про чрезвычайные обстоятельства, возникает вопрос, будет ли это признано чрезвычайным обстоятельством. Обратите внимание, что чрезвычайные обстоятельства в гражданском праве, в трудовом праве, это вообще могут быть абсолютно две разные истории. Таким образом, по сути, для того, чтобы применять эту статью, чрезвычайная ситуация, обстоятельства должны быть признаны на уровне правительства Российской Федерации. На сегодняшний момент у нас то, что сейчас происходит, это даже не является, по сути, военным конфликтом, это некая военная операция. То есть как ее квалифицировать в рамках какой-то военной терминологии, мне сложно, я не специалист, но, по сути, про чрезвычайную ситуацию речь у нас пока не идет. Соответственно, если те, кто нацелился и вспомнил про эту статью 83, сейчас думают, о, а это выход, ребята, это, скорее всего, пока вход в большое количество проблем, поэтому я не рекомендую применять эту статью сейчас и дождаться дальнейшего развития событий. С большой долей вероятности, как это было, опять-таки, в 2020 году и сейчас, у нас не будет легитимных оснований для использования и применения данной статьи. Вот если кратко... Да, да, прошу прощения, у нас буквально последняя минутка, поэтому прошу вас... А все, я закончила, я уложилась. Да, спасибо огромное. На самом деле очень-очень, вот даже наши участники говорят, что описанные вами решения очень действенные, и они возьмут на вооружение. Я надеюсь. Да, спасибо большое, что поделились опытом, дали нам эти решения. Друзья, нам пора с вами двигаться дальше, и я хочу перейти к следующей теме. Вопросы Александре можно будет задать, друзья, и напрямую. Те вопросы, которые у нас сейчас в чате, мы постараемся разобрать в самом конце сегодняшнего мероприятия. А сейчас мы с вами, друзья, остановимся на теме, которая связана с оптимизационным аудитом. И я хочу пригласить нашего следующего спикера. Это Ольга Леганькова, директор по развитию, методолог, аттестованный аудитор компания, аудиторская консалтинговая компания «Правовест Аудит». Ольга, с радостью передаю вам слово. Добрый день, добрый день. Мне очень, да, понравилось сегодня, хорошее было такое объемное выступление, особенно мне понравилось выступление Всеволода сегодня, потому что я с ним согласна на 99%, вот, но о чем мы, в общем-то, в чем мы солидарны с ним, это в том, что, конечно, внутренняя система, которая выстраивается в компании, это является, наверное, тем китом и щитом компании, которая не может быть пробита ни при каких обстоятельствах. Поэтому, в общем-то, сегодня я хотела рассказать вам как раз о том, что такое compliance, да, что такое, в принципе, система внутреннего контроля, как аудиторская проверка мониторит всю эту систему и чем она помогает. Вы наверняка знаете, особенно те, кто проводит аудиторскую проверку, что аудиторы всегда проверяют и тестируют систему внутреннего контроля. Это вот как раз те документы внутренние, регламенты, которые у нас всегда присутствуют или должны присутствовать. Да, это и мониторинг трудовых взаимоотношений, и мониторинг, насколько у нас правильно исчисляются и уплачиваются вовремя налоги. То есть это, в общем-то, такой взгляд сверху, взгляд снаружи на систему управления рисками в целом компании, потому что вы знаете, что compliance – это, в общем-то, часть системы управления, неотъемлемая часть, которая сейчас, к сожалению, наверное, не так активно продвигается, да, но я замечаю сейчас уже, что во многих компаниях система внутреннего контроля и compliance-системы, и рисковые, compliance-риски, да, они как-то поднимаются, да, уже компании, собственник компании понимают, что это большая часть, которая может ликвидировать массу рисков неприятных, в том числе, которые связаны с непредвиденными обстоятельствами, с какими-то новыми решениями, с каким-то внешним давлением, поэтому, в общем-то, эта система очень полезна и важна.
Аудиторы со своей стороны тоже мне, когда я разрабатывала эту тему и думала, о чем вам рассказать, для нас, как для аудиторов, это совершенно естественный процесс, да, то есть проверять систему внутреннего контроля, ее регулярно тестировать. В ходе аудиторской проверки мы делаем это практически каждый день, то есть система внутреннего контроля – это тот фон, на котором идет аудиторская проверка в том числе. Конечно, любой аудитор вам скажет, что он выявлял те риски, которые присутствуют в компании, и те изъяны, которые есть в системе внутреннего контроля, поэтому я долго ходить не буду вокруг и около, расскажу вам кейс, очень интересный, он не связан, может быть, с внешним воздействием, ну так отчасти, да, он скорее внутренний, но, тем не менее, очень интересно. Когда-то мы проводили аудиторскую проверку не так давно. Собственник находился вне компании, то есть он находился на отдалении, практически не участвовал в организации труда и процессе труда, и, в общем-то, производственного, так сказать, процесса. Был генеральный директор назначен. И вот чем аудиторы, можно сказать, помогли и выявили, что выявили. Когда мы начали проверять протоколы, решения собственников, нам показалось, что решения, которые приняты на собрании, они как-то каким-то образом ущемляют интерес самой компании. Да? И когда начали анализировать за определенный период времени решения протокола, стало понятно, что эти решения направлены на решение каких-то интересов одного лица, должностного. Да? Ну, в данном случае был директор там. И мы, в общем-то, в рамках аудиторской проверки, так как контакт с лицом, отвечающим за корпоративное управление, а это в большинстве случаев собственников, он аудиторами всегда, с аудиторами всегда осуществляется, это наша неотъемлемая часть работы, профессии и, можно сказать, обязанность, то мы, в общем-то, сообщили о своих подозрениях, что как странные какие-то решения принимаются, которые заведомо одобряют сделки, которые ставят компанию в неприятное положение, может привести к убыткам и так далее. Собственник задумался над этим, начал проводить внутреннее расследование, и, в общем, скрылась такая очень неприятная история, это реальная история, рассказываем совершенно открыто, что была подделка подписей, что было принято решение, я имею в виду в решениях, да, то есть было одобрение тех сделок, которые, в общем-то, собственник сам бы не одобрил, было незаконное, несанкционированное повышение самому себе заработной платы, была продажа товара налево, скажем так, да, то есть всякие вот эти все неприятности, которые могут случиться, они, в общем-то, почти случились в одном месте. Вот сейчас идет судебное разбирательство, вся эта система была вскрыта, были суды, уже несколько прошло, сейчас пока еще в процессе. В общем, после всего этого мы оцифровали, что это где-то порядка 30 миллионов ущерба прямого, который нанесен должностным лицом компании. Поэтому вот это показатель того, что регулярный мониторинг и наша совместная работа, она позволяет зачастую вскрывать очень неприятные ситуации. Хорошо, если ничего не выявлено, да, но взгляд со стороны он всегда покажет лучше. И в ходе этих проверок аудиторских мы не только же осуществляем контроль постоянный, да, за какими-то бумагами, за непосредственными там подписями или еще что-то, может быть, без формальностей, а в том числе и проверку контрагентов осуществляем, да, и дебиторов, и кредиторов смотрим, и смотрим, насколько они состоятельны, да, можно ли им доверять. Вот тот самый принцип осмотрительности, о котором много сейчас говорят и рассказывают, это все мониторится в рамках аудита. Мы смотрим, есть ли у них предбанкротное состояние, да, или в каких судебных разбирательствах ваши дебиторы, кредиторы, контрагенты участвуют. Есть ли подозрение, да, на банкротство, предоставляет ли отчетность как бухгалтерскую, то есть ну, как, так и налоговую. На самом деле эта информация открыта, возможно, кто-то ее собирает постоянно на регулярной основе. Аудиторы это делают всегда по тем контрагентам, которые основные, да, то есть занимают большую часть дебиторско-кредиторской задолженности, это обязательная процедура. По тем дебиторам-кредиторам, которые, например, вы подозреваете в чем-то, мы можем провести дополнительную проверку, анализ посмотреть. То есть, в общем-то,
это все процедуры. Мне даже было вот интересно сейчас подумать о том, что за собой скрывает аудиторская проверка в смысле СВК, потому что на самом деле они, эти процедуры, может быть, незаметны вам, незаметны как компании, да, когда аудиторская проверка идет, когда аудитор работает, но на самом деле все эти процедуры обязательно, они предусмотрены законом, их аудиторы осуществляют каждый раз при каждой аудиторской проверке. Ну и в общем, в целом, я не буду занимать много вашего времени, я являюсь сторонником укрепления систем внутреннего контроля и всегда ратую, когда организация выстраивает. Многие еще не понимают, что такое система внутреннего контроля. Это такой живой организм, который меняется постоянно. Это система управления компанией, это инвентаризация, это документы, документооборот. То есть это вся нить, можно сказать, сеть такая, да, определенных наборов, определенных процедур, действий, которые держат компанию в тонусе, да, которые не позволяют ей развалиться при нажатии каком-то внешнем или внутреннем, потому что этот механизм, он достаточно прочный. Вот это выстраивание систем внутреннего контроля, в принципе, может также проводиться вами и после аудиторской проверки, да, то есть все узкие места, которые мы увидим как аудиторы, они будут озвучены. Вы, может быть, задумаетесь над тем, что, вот, например, всегда говорят, что инвентаризация – это ерунда, и, в общем-то, никому она не нужна. А на самом деле, вот обратите внимание, что в иностранных компаниях в большинстве случаев инвентаризация – это чуть ли не самая важная процедура. Компании российские, которые находятся с иностранным капиталом в России, они проводят инвентаризацию чуть ли не каждый месяц, потому что иностранцы их заставляют. Мы почему-то сейчас до сих пор недооцениваем этот инструмент, хотя это часть системы внутреннего контроля, неотъемлемая, очень важная, особенно для производственных, для торговых компаний, у которых запасы, сырье, являются товары, являются основным активом, можно сказать, да, а вот для производственников будущим активом. Инвентаризация много вскрывает вещей, на которые директоры и собственник могут не обращать внимания. Поэтому все вот эти вещи, которые, может быть, кажется, знаете, иногда разговариваешь с собственником, рассказываешь про систему внутреннего контроля, он отмахивается, говорит, ну вы мне расскажете уже про то, сколько меня там по налогам накажут, если что. На самом деле даже немного обидно становится, потому что это важные вещи, на которые мы сейчас закрываем глаза, но опять про иностранные компании, вот они стремятся к тому, и, в общем-то, мы тоже идем к тому, потому что МСФО уже в пути, уже ФСБУшки все ввели, ну не все, а много ввели. Поэтому иностранцы тоже идут в сторону снижения рисков, да, а не уже не разгребания их последствий, скажем так, потому что когда риск уже сработал, да, то есть мы выстраиваем какую-то систему определенную, когда мы можем его минимизировать или наоборот, или закрыть вовсе, то есть чтобы он не сработал, не привел к каким-то негативным последствиям. Вот крупные иностранные компании, да и российские крупные компании, они работают в этом направлении. Я тоже призываю вас работать в этом направлении, потому что снижать риски, минимизировать, знать, как подстраховаться, какие инструменты взять себе на вооружение, это лучше, чем потом сидеть в убытках, видеть недостачи, видеть какие-то недобросовестные действия своих собственных же сотрудников, да, неприятная совершенно история. Поэтому, а как инструмент, один из инструментов выявления всех вот этих неприятностей, это, конечно, аудит, потому что без лишней скромности скажу, что аудит выявляет массу негативных вещей, не только связанных с бухгалтерской отчетностью, не только связанных с проводками и с учетом каких-то бухгалтерских операций, а попутно идут и всякие несоответствия договоров, да, то есть вот это мониторинг соблюдения законодательства, это как бы основа крепкая, на которой компания может стоять в любых обстоятельствах. Вот, коллеги, поэтому, Василя, моя речь на этом закончена. Алло, Василя. Да, Ольга, спасибо большое. К нам сейчас еще подключится Татьяна. Татьяна, вы к нам выйдете? Да, я здесь. Друзья, я предлагаю тогда сейчас пока пройтись по тем вопросам, которые уже поступили, и двигаться по ним, по вопросы Ольги, они чуточку сейчас только-только коллеги наши участники пишут, поэтому я вас попрошу, Ольга, тоже не уходить.
Так, давайте начнем с вопросов, которые касались выступления Татьяны. Они касались, так, мы с вами затронули уже по части, когда контрагенты иностранные. Этот момент мы с вами обсудили. Итак, что делать, если... Так, секундочку. Что делать, если поставщики тоже поднимают цены и урезают поставки? То есть те моменты, на которые прямо невозможно повлиять? Опять, универсальных ответов нет. Я думаю, что лучший способ – это все-таки переговорный процесс. Это основа на каких-то долгосрочное сотрудничество. Вспоминать о том, что сегодня не последний день, я надеюсь, и разрабатывать новые схемы, механизмы взаимодействия, в том числе со своими поставщиками, которые бы позволили обоюдно учесть наши интересы. Наталья, к вам тоже вопрос. Участники спрашивают, ожидаете ли вы роста банкротств на фоне текущей ситуации, и какие налоговые риски в связи с этим возникают у компании, какие рекомендации вы бы дали? Да, Наталья, единственное, что у вас микрофон выключен. Мы вас видим, но не слышим. Да, извиняюсь. В моей презентации есть по банкротствам немножко информации. Есть такая статистика, что даже до 24 февраля, вообще по итогам 2021 года, количество банкротных дел, в том числе инициированных Федеральной налоговой службы, стало больше. Причем, если мы говорим о кредиторе, инициаторе банкротных дел компании, у нас ФНС на втором месте после основных кредиторов наших контрагентов. Вот, поэтому, ну, честно говоря, если на фоне коронакризиса, то с учетом сложившейся ситуации, я, конечно, не могу все предвидеть, но боюсь, что риск роста банкротства юрлиц, ну, с учетом того, что есть уже сейчас и что будет дальше, да, хотелось бы верить лучше. Я думаю, что да, будет больше. Но это вот мое личное мнение, что да, будет больше. Еще Василя сказала, какие налоговые риски в связи с этим. Ну, риски, они понятны, что если у нас связана налоговая задолженность, вернее, банкротство и основным кредитором является именно налоговая служба, поэтому нужно понимать, что если компания банкрот, никто налоговые долги прощать не будет, будут искать контролирующих должника лиц, и в первую очередь по статистике здесь руководитель, собственник бизнеса и бухгалтер именно с этих лиц, как с КДЛов, будут взыскиваться налоговые долги компании. Рисков субсидиарной ответственности, их очень много. И, кстати, кому интересно, заходите на наш сайт компании «Провест Аудит». У нас есть отдельный раздел, называется «Кейсы». И, в частности, я очень отслеживаю историю по субсидиарке и пишу немало кейсов для руководителей бухгалтеров, что предостеречь. Василя? Да, Наталья, еще наших участников интересуют вопросы, связанные с расторжением договора без штрафов. Понятно, что в ряде случаев это придется делать. И можно ли будет вот текущую ситуацию, скачки курса, военные операции и так далее, в общем, разворачивать как форс-мажорное, наверное, обстоятельство, чтобы... Потому что вот Сергей, например, пишет, что они хотят расторгнуть договор без штрафов, но штрафы в договоре прописаны, и партнер упирает именно на этот пункт. Что написано пером, не вырубишь топором, и истина как бы гласит об этом, поэтому... Во-первых, как я уже сегодня говорила, исходя из норм действующего законодательства, исходя из сложившейся судебной практики, еще раз повторю, да, судебная практика касается именно курсов валют, тяжелого финансового положения практически всех, экономические кризисы,
В большинстве случаев не признаются форс-мажорными обстоятельствами, но если вот эти скачки, они были многократные, изменения, вот как кейс есть тоже в моей презентации, посмотрите, это практически единственное, что удалось найти. Если в договоре, то есть каждая ситуация у нас сугубо индивидуальная, если в договоре предусмотрены еще и штрафные санкции за досрочное расторжение договора, такой судебной практики уже очень много, где-то признают ее законы, законы либо незаконы, но на сегодняшний день вердикт, наверное, такой, что написано, как согласовали в договоре, поэтому риск для Сергея, конечно, существенен для его компании, поэтому контрагенты и жмут именно на этот пункт, что, пожалуйста, расторгай, но будь тут, скажем так, любезен заплатить, например, там, определенную плату в размере там, стольки-то, да, там, или ту сумму, которую мы рассчитывали получить до конца года, до конца действия договора. Поэтому, да, к сожалению, риск есть. Судебная практика, наверное, не, в большей степени не в пользу компании Сергея в данном случае. Участники еще интересуются вашим мнением насчет того, стоит ли ожидать усиления налогового контроля для сбора денег в бюджет. Да, этот вопрос тоже интересует и Василя абсолютно всех. Мне хотелось бы верить, что все-таки усиление контроля и в том числе увеличение налоговых ставок не должно бы быть, да, потому что бизнес должен все-таки как-то еще выживать в таких сложных моментах, ситуациях, исходя из того, что нам говорит глава государства, в том числе есть еще и буквально 27-го, насколько я помню, февраля правительство РФ собирались и говорили о том, что планируются меры поддержки все-таки бизнеса, а если говорить об усилении контроля либо росте налоговых ставок, это обратная совершенно ситуация. Но, как говорится, хотя бы 1% риска все-таки он всегда имеет место быть, поэтому поживем, увидим, пока будем надеяться, что все-таки будут меры поддержки, нежели какие-то суровые меры. Но ослаблять внимание на выявление налоговых рисков и не платить налоги, конечно же, никто не советует, потому что, как мы понимаем, что это серьезно может отразиться не только на компании, но еще на конкретных физических лицах. А вот Ольга попросит уточнить, а как тогда погашать обязательства перед бюджетом? Брать кредиты? Потому что, как мы сегодня уже разбирали, что лучше избегать не погашения обязательств перед бюджетом, потому что это может повлечь и заведение уголовного дела. А как вот Всеволод сегодня говорил, что лучше избежать этой ситуации, когда уголовное дело заведено. То есть решите до этого, да, все вопросы, потому что потом, если уголовное дело все-таки заведено, то потом уже, в общем, закрыть его очень-очень будет сложно. Да, совершенно верно, потому что многие растут как раз с налоговых долгов, с выездных налоговых проверок и заканчиваются вот тем, что рассказывал Сева. Поэтому, конечно, обязанность по плате налогов, она должна исполняться вовремя. Будем ждать, опять же, те же меры поддержки. Но хотя бы помним историю, когда все это касалось пандемии, отсрочки, рассрочки, да, вот эти все-таки были. Я надеюсь очень сильно, что аналогичные меры поддержки бизнеса будут и дальше. Вот. И по поводу уплаты, законных способов, то, что есть на сегодняшний день, это 64-я статья Налогового кодекса от получения отсрочки рассрочки платежей. Угу. Наталья, а у вас есть какие-то данные по поводу того, что пандемию суды признавали форс-мажором? Вот в плане того, стоит ли рассчитывать, что текущая ситуация будет признаваться форс-мажором? Вы знаете, здесь опять же сравнивать текущую ситуацию, все-таки недаром я сделала акцент на наличие военных действий и прочее-прочее, да, вот это вот непредсказуемость и моменты. Да, есть же у нас момент, когда и торгово-промышленная палата какие-то моменты признавала, что это является форс-мажором. Такая судебная практика, кстати, в презентации тоже есть, можно посмотреть, если что, сослаться на нее, поэтому я всю эту практику свела для вас, чтобы у вас реквизиты дел
были. Что касается нынешней ситуации, вот еще раз стоит подчеркнуть, все-таки она, на мой взгляд, более серьезная, и даже вот она очень сильно отличается от того, что было раньше, поэтому давайте немножко поживем, посмотрим, как бы, да, действительно, как Александр сказал, пыль немножко поосядет, и тогда уже будем делать какие-то более такие серьезные заявления, вещи, рекомендации. Угу. И, в принципе, ну, скажем так, этот вопрос, наверное, всех наших спикеров так или иначе сегодня касается. Мы разбирали разные аспекты возможностей для оптимизации расходов, и вот у многих, конечно, компаний фонд оплаты труда занимает достаточно большую долю в расходах. И при оптимизации фонда оплаты труда, какие могут быть здесь рекомендации, какие риски? И еще здесь вопросы Александре, связанные с зарплатой. Если, например, при задержке зарплаты по причине блокировки свифта, какие тут могут быть последствия для компаний, какие решения, для, чтобы не было подобных задержек в части оплаты труда зарубежных сотрудников? Ну, смотрите, по поводу свифта сразу хочу сказать, что не все, на самом деле, до конца вообще понимают, что такое SWIFT. SWIFT – это не платежная система, это система просто обмена информацией. Чтобы снизить градус по поводу истерии в отношении SWIFT, вообще необходимо сказать, что с 2014 года Российская Федерация очень активно прорабатывала вопрос отключения, потому что, ну, где-то моментами эта история, она активно проскакивала, так или иначе. И с 2014 года по настоящий момент, если в 2014 году количество операций, проходивших с помощью SWIFT, было 80%, то 2021 год всего лишь 20%. Да, поэтому это то, во всяком случае, какую информацию видела я. Я не говорю, что это истина, вы можете самостоятельно спросить, ну, уже не у Гугла, наверное, у кого-нибудь другого, вот, по этому вопросу, да, и самостоятельно проанализировать. То есть любая информация, которая сейчас поступает в этом направлении, она должна просто пропускаться через 200 фильтров, прежде чем вы принимаете какое-то решение. Так вот, отключение от SWIFT это означает лишь то, что это не блокировка расчетов, а просто их более длительная обработка и более длительный информационный обмен по этим операциям. То есть с большой долей вероятности эти платежи не будут проходить. Вот. Что касается статьи по уголовной ответственности, касаемо за задержку выплаты заработной платы, мы всегда говорили, что, слушайте, этот состав, он всегда формальный. Ну, то есть там неважно, какие у вас проблемы, вы обязаны платить, денег нету, продавайте почку там и так далее. То есть эта позиция была до этого момента. Сейчас непонятно, какая будет позиция. В моем понимании все-таки, если мы говорим вообще о каких-то, ну, более или менее разумных рамках того, что сейчас происходит в отношении своего дорогого родного бизнеса, я так думаю, что вот эти истории, связанные с проблемами в расчетах и увеличение срока обработки банками каких-то платежей, они не должны будут квалифицироваться по невыплате. Потом вы должны понимать, что 146-я статья, кстати, там есть интересная такая история, несмотря на то, что это формальный состав, но там должна быть корыстная цель. Ну, то есть, что я эти деньги не выплатила не потому, что не смогла, а потому что не смогла в связи с тем, что мне что-то захотелось себе купить. Ну, то есть, я их положила к себе в карман. Вот, в данной ситуации такого обстоятельства не возникает, то есть говорить о том, что именно в этой ситуации будет состав преступления, не приходится абсолютно говорить, поэтому здесь бы я на самом деле, наверное, вообще бы не переживала, тем более, что косвенно о том, что будут послабления в этом направлении однозначно, говорит новость о том, что вот ЦБ рекомендовал банкам, значит, не штрафовать за просрочку уплаты кредитов в связи с проблемами, связанными с проведением платежей там, и так далее и тому подобное. Ну, то есть понятно, где кредиты, где зарплата, но система-то одна банковская, да, вот, поэтому я думаю, что здесь в этом плане каких-то карательных историй не будет. Что касается вопроса, связанного, знаете, вот с оптимизацией какой-то ФОД, да, о котором мы говорили, ну, то есть те инструментарии, которые я называла выше, это такие вот меры, что называется, временного характера, понятно, что на них долго не проживешь, ну, потому что, во-первых, прижмут, вот, и, во-вторых, просто, ну, народ разбежится, понятно, по какой причине, если, конечно, будет куда бежать, вот. Но
Даже 21-й год, на самом деле, активно показал. То ли это были какие-то ожидания, то ли я даже не знаю почему, но очень было много клиентов с запросом на изменение системы оплаты труда. Перевод с оклада на окладно-премиальную, уменьшение, значит, фиксированной ставки заработной платы, перевод в премию. Да, там, сделать так, чтобы премия не являлась обязательной составной частью заработной платы. То есть работодатель в этом случае может платить, а может не платить. И при наступлении каких-то обстоятельств, ну, точно имеет право вообще совершенно не платить и даже не объяснять. Снять, да, то есть почему я вдруг решила. Вот, но эта вся история, это 74-я статья, опять-таки та же самая, да, это изменение условий трудового договора в порядке оплаты труда, вот, поэтому здесь нужно смотреть, крутить, понять, как у вас вот это все, потому что вот этот вопрос с изменением системы, да, целиком, если мы говорим, там, введение премирования или какие-то серьезные плашки по разделению, там, оснований премирования, я не знаю, там, и прочее, прочее, здесь идет очень плотно рука об руку экономический расчет, естественно. То есть, по большому счету, как вы просчитаете, так мы и закрепим. Другой вопрос, что есть определенная процедура согласования и прохождения вот этой всей истории с работниками. Если где-то что-то пойдет не так, то, понятно, суд, как правило, и опять-таки практика по ней 50 на 50, но есть определенные механизмы, инструментарии, которые очень сильно понижают риск, скажем так, выигрыш работникам суда в этом направлении. Это подготовка некого, ну, я его называю там буклета сравнительного, да, анализа, то есть что было, что стало, почему я решил изменить, как поменялось, по каким причинам, что к этому последовало, те же самые экономические расчеты и так далее. То есть чтобы это не было, не выглядело так, что у вас это, знаете, просто мысль из космоса спустилась, и вы вот решили там ее как-то реализовать. То есть ее нужно будет, соответственно, каким-то образом описать, и в принципе этим как раз и должны на самом деле заниматься юристы. Да, спасибо большое, Александра. И еще вопрос по части сокращения штата, да, то есть можно ли вот текущую ситуацию тоже развернуть? Понятно, что для сокращения штата нужны достаточно серьезные причины для обоснования данного решения. Вот, может ли данная ситуация, которая есть сейчас, потому что компания предполагает, что данная ситуация, она затянется, будет иметь для нее достаточно серьезные последствия и продолжительные, и принимает решение сократить свой штат? Смотрите, процедура сокращения штата, она, что называется, безосновательная. В принципе, как увольнение сотрудников, потому что это возможность управления своим бизнесом, собственником, да, ну, то есть, как бы, не для того, чтобы уволить людей, не нужны для этого основания, но я должна буду соблюсти процедуру и выплатить предусмотренные законодательством выходные пособия и прочие компенсации. То есть вот в этом вся как бы загвоздка заключается. И по большому счету нет никаких ограничений, стопов, запретов, предостережений пока, во всяком случае, на проведение этой процедуры. Но эта процедура, она длительная. То есть даже если сегодня вы издадите приказ и вручите каждому под собственную, значит, роспись работнику о том, что, слушайте, через 2 месяца потенциально мы с вами можем расстаться, при всем при этом вы должны понимать, что вы, в принципе, имеете право этот приказ отозвать и прекратить сокращение. Вот, то есть это не путь, как бы, вернее, дорога не в одну сторону, да, то есть этим можно поиграть. Вот, и, возможно, через 2 месяца ситуация изменится в лучшую сторону, у вас вообще такая необходимость отпадет. Вот. Но если, предположим, ситуация будет ухудшаться, а в ближайшее время она должна будет ухудшаться, потому что, ну, это определенное инерционное движение в экономике, ничего мы с этим не сделаем, просто нужно как-то переждать это все. И вот если к концу, например, процедуры, когда наступает срок увольнения, мы получаем какие-то распоряжения сверху относительно того, что а-та-та, сейчас так делать нельзя, увольнять нельзя, иначе вам там вообще будет все кары небесные, но тут, конечно, тогда мы задумаемся. Пока, еще раз говорю, таких историй нету, то есть это абсолютно легитимная процедура. Основания для проведения сокращения штата работодателю не нужны, он не нужен, ему не нужно доказывать необходимость проведения этой процедуры. Вот, но вы должны ее сделать филигранно, потому что количество споров именно по этой процедуре огромное, практика просто огромнейший массив, и сложность заключается в том, что, во-первых, вы должны помнить, да, кого нельзя сокращать,
да, какие категории работников, то есть вы должны провести некую инвентаризацию. Кто имеет преимущественное право оставления на работе, это тоже вы должны помнить, да, какие категории работников туда относятся, проинвентаризировать эту ситуацию, обстановку. Вот. И соблюдать все сроки, в том числе уведомления органов занятости. Поэтому если вы где-то на день просрочите эту процедуру, как написано в законе, это по некоторой судебной практике является основанием для восстановления на работе, да, со всеми, значит, вытекающими отсюда последствиями. Вот. По некоторой практике не является, потому что вроде как несущественное нарушение. Но с учетом, ребята, обстановки, ну, я думаю, мы сами понимаем, да, что судебная практика, она будет немного другой. Поэтому если уж делать, то очень внимательно и аккуратно. Да, абсолютно тоже с вами согласна. Друзья, я надеюсь, что вам не придется предпринимать никаких мер в части сокращения оплаты труда и сокращения штата. Но если уж данные вопросы вам требуется внедрить в своей компании, то лучше проработать это до внедрения, чем потом решать те проблемы, которые могут возникнуть. С данным... как бы с данной необходимостью вы столкнулись, то вы знаете, к кому обращаться. Контакты Александры у вас, друзья, будут. Друзья, Татьяна, я бы тоже... Да, Наталья, вы что-то хотели добавить? Нет, спасибо. Да, Татьяна, еще вопрос к вам по части вот оптимизационного аудита. Александр просит чуть шире рассказать, какие именно операции вы включаете в оптимизационный аудит. Участники также спрашивают по продолжительности, сколько времени он занимает. Так, да, мы вас видим, но не слышим. Да, я думаю, что это, наверное, вопрос больше к Ольге, потому что Ольга у нас представляла самую сложную оптимизацию. Да, но Ольга успела убежать, сказала с вопросами к вам. Ага, понятно. Ну, я не могу ответить на вопрос, сколько времени это будет занимать. От одного до пяти дней сам по себе. Вот. Единственное, что я хотела бы здесь добавить к Ольгиному выступлению, это также в дополнение к своему выступлению, что в рамках оптимизационного аудита можно в том числе проверить все процедуры, которые связаны с управлением дебиторской задолженностью, и помочь предприятию проработать систему внутреннего контроля, в том числе на наличие и корректировку вот этих процедур регламентов, которые помогли бы в реальной жизни нам сократить наш цикл финансовый и в конечном итоге сократить издержки и привлечь дополнительную оборотку. То есть мы это делаем для того, чтобы увеличить оборотку и снизить издержки. Я хотела еще добавить к словам Татьяны, то, что оптимизационный аудит позволяет еще и выявить, в том числе и налоговые риски, и риски руководителей компании, о чем говорила как раз Ольга. То есть оптимизационный аудит позволяет выявить риски бизнеса, риски руководителей компании, и, конечно же, найти обязательные резервы, потому что наша практика показывает, что практически во всех случаях мы находим законные способы экономии, в том числе и на налогах, выявляем ошибки, которые тоже, исправление которых ведет к тому, что все-таки в дальнейшем недопущение ведут к экономии. Поэтому вот в двух словах, что из себя представляет оптимизационный аудит. Спасибо. Василя. Да, коллеги, спасибо огромное. Вебинар сегодня, вот как говорят участники, получился просто великолепным. Много полезных идей сегодня наши участники почерпнули. Я хочу поблагодарить всех наших спикеров за то, что нашли время поделиться своим опытом, за то, что нашли, подобрали самую актуальную практику, за то, что помогаете нашим участникам в такую непростую, такие непростые времена. Друзья, материалы сегодняшнего вебинара
вебинара будут доступны вам сразу после окончания этого эфира. Презентации также сегодня с вами поделимся. В письме также будут контакты наших спикеров. Можно будет и с Ольгой подробнее обсудить нюансы оптимизационного аудита, с Натальей налоговые вопросы, с Татьяной вопросы управленческого учета отчетности, что сейчас важно предпринять вот в этой части. С Александрой можно будет обсудить, что важно и как именно менять во взаимоотношениях с сотрудниками. Друзья, мы постарались затронуть те аспекты, которые нужно решать прямо здесь и сейчас. Спасибо вам за активное участие. Делитесь, пожалуйста, и своим мнением в чате. Если вы хотите поделиться своим опытом, своими решениями на нашей площадке, также пишите, мы обязательно свяжемся с вами. Спасибо вам большое. Всем терпения, всем спокойствия в это непростое время. Я уверена, что вместе и вместе с нашими профессиональными экспертами мы обязательно выйдем из этих сложных времен максимально с минимальными, скажем так, наоборот, с минимальными потерями. Спасибо вам большое. Вместе мы сильнее. Да, всего доброго, всем удачи, мира, здоровья, всего самого хорошего. До свидания. Все пройдет, пройдет и это, да, как говорится. Да, спасибо, ждем, Александра. Ждем нормализации. Да. Всего доброго. Всего доброго. Всем прекрасного дня, друзья.